Уважаемые коллеги, доброго дня. Еще раз вас приветствую в замечательном Петровском путевом дворце, где сегодня у нас проходит Комитет по экологии и защите окружающей среды Ассоциации менеджеров. Я перед началом вас не только поприветствую от имени Ассоциации менеджеров, но и попрошу любезно перевести ваши телефоны в беззвучный режим и предупрежу вас о том, что у нас сегодня очень важное событие, и экологическая тематика настолько входит во все сферы жизни, что у нас сегодня на заседании присутствуют руководители аж трех комитетов Ассоциации менеджеров. Это, естественно, Елена Вишнякова, которая возглавляет коммуникации в N+ группы, возглавляет этот комитет по экологии, и по чьей инициативе он, собственно, появился у нас в Ассоциации менеджеров. Ирина Сергеевна Бахтина, компания Unilever, вице-президент и руководители комитета по корпоративной социальной ответственности Ассоциации менеджеров, госпожа Инна Пехова, которая возглавляет комиссию по туризму и гостиничному бизнесу Ассоциации менеджеров, и большое количество наших добрых друзей и соработников здесь присутствует. Поэтому, друзья, не ворую дальше время, я лишь еще об одном эпохальном моменте скажу. У нас сегодня идет трансляция на сайт «Комсомольской правды», поэтому нас смотрит сегодня вся Россия. Это я говорю не только для того, чтобы вы скорректировали свои выступления, а говорю это для того, чтобы, когда у нас возникнет дискуссия, вы говорили обязательно в микрофон и представлялись, потому что это очень важно для трансляции. И отдельное спасибо издательскому дому «Комсомольской правды», лично Роману Карманову, за такую уникальную возможность быть сегодня в эфире и быть доступными для большого количества наших друзей, которые в разных регионах развивают экологическую тематику. И у меня осталась лишь одна финальная, но очень важная, наверное, самая важная миссия сегодня — поздравить уважаемую Елену Вишнякову с рождением дочери и от всех нас вручить такой букет цветов и огромный. Мы вручили, мы заберем. Да. И действительно поблагодарить за такой вот пример, да, такой менеджерской ответственной позиции ко всему. Да. Поэтому передаю слово модератору нашей сегодняшней встречи, директору по связям с общественностью N+ групп, представитель комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров Елене Вишняковой. Спасибо. Спасибо большое за поздравления. В первую очередь, потому что мне сегодня такое прям праздничное настроение. Пришла, меня все поздравляют, это очень приятно. Но сегодня мы собрались, чтобы обсудить глубокую и волнующую всех тему. Признаюсь честно, когда мы задумали комитет по экологии, мы не думали, что мы будем обсуждать такие глубокие вопросы, как обращение с ТБО, например. Потому что, ну, нам казалось, что гораздо больше всех будет интересовать какая-то корпоративная деятельность в отношении экологии. Субботничек, да, мы хотели все про 360 минут рассказать. 360 минут — это уникальный эко-марафон, крупнейший в России, который инициирован частной компанией. Но сегодня не об этом. Потому что, как выяснилось, на первом же заседании, и, по-моему, даже на представлении, здесь вот Ирина всегда может меня поправить, потому что она моя совесть, по-моему, даже на представлении комитетов уже выяснилось, что, в общем-то, самое главное, что интересует в экологии, это довольно серьезный и глубокий вопрос. В частности, проблема обращения с отходами. И когда мы чуть-чуть копнули эту тему, здесь снова хочется обратиться к 360 минут и рассказать вам, что такое мусорная язва, после которой никто не может мусорить, потому что ты поднимаешь один кусок мусора, за ним другой, третий, и ты выкапываешь уже какую-то глубокую яму, вычищаешь ее и получаешь, как мы это называем, прививку от мусора. Вот я надеюсь, что сегодня, когда мы обсудим вопросы ТБО, мы, конечно, не решим эти проблемы, но, возможно, мы сможем обменяться какой-то информацией и какую-то прививку для себя, для бизнеса, для понимания мы получим. Тоже не буду задерживать, потому что у нас явно будет очень интересная и горячая дискуссия. Я сейчас буду передавать слово нашим выступающим, а в конце у нас будет дискуссия, на которой каждый может раскрыться в этом интересном вопросе. Первый у нас рассказывает о реформе обращения с отходами Николай Гудков, руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Спасибо большое, Елена. Во-первых, я присоединяюсь к поздравлениям. На самом деле, без отрыва от производства, наверное, сложно было этот важный жизненный шаг совершить. Вот. И также благодарность за то, что в рамках Ассоциации менеджеров появился этот комитет. Несомненно, это
очень правильная и нужная инициатива, особенно с учетом того, что у нас в стране, как вы знаете, проходит год экологии. Вот, я себе позволю несколько отклониться и небольшое отступление сделать перед тем, как мы перейдем к вопросам именно переработки отходов. Скажу о том, что собой представляет концепция года экологии, и, может быть, немножко о том, отчасти этой концепции, касающейся коммуникации конкретно. Вот, как вы знаете, изначально и ровно таким образом это сформулировал председатель Оргкомитета по году и экологии в недалеком прошлом глава администрации президент Сергей Борисович Иванов. Конечно, главной целью года экологии является не только символическая основа, как это обычно бывает, когда у нас проходили год кино или другие тематические годы, а все-таки какие-то конкретные реальные результаты, которые можно монетизировать, которые можно измерить. Вот, и в области экологии эти результаты звучат как сокращение выбросов, сокращение сбросов, сокращение объема образования отходов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Можно сказать, что, скажем, отклоняясь и некоторым образом даже нарушая стандартное правило, когда орган государственной власти, регулятор, ну, скажем так, назовем это так, стесняется, наверное, давать какие-то позитивные оценки результатам, которых удается достигнуть конкретным коммерческим компаниям. Вот мы от этого правила отходим. И, в принципе, год экологии — это время, когда мы делаем все для того, чтобы заметить достижения компаний. Вот, мы готовы поддерживать их в тех проектах, которые реально дают позитивный результат и позволяют добиться серьезных изменений с точки зрения экологии. Вот, это очень важное направление. По сути дела, мы формируем, можно так сказать, программу признания для компаний. Вот, в течение года, участвуя в крупных мероприятиях, вы, наверное, видели, что с начала года у нас было несколько поездок в различные регионы страны. Мы были на предприятиях Норникеля несколько раз, у других компаний. Вот, у нас подписаны соглашения с целым рядом коммерческих компаний, крупнейших российских, вот, с достаточно большим объемом инвестиций природоохранных. Я думаю, что мы назвали цифру, по-моему, порядка 300 миллиардов рублей. А если взять только одну компанию «Роснефть», то объем природоохранных инвестиций равняется только на год экологии, только в этом году это порядка 26 миллиардов рублей. То есть это очень серьезная сумма. Вот. В целом на сегодня, если сравнивать с 2013 годом, который, как вы помните, был годом охраны окружающей среды, то есть мы проводим уже второй раз год экологии, вот, мы видим гораздо большую вовлеченность как органов региональной власти, как компаний. Я думаю, если вот так оценивать как-то в измеримых показателях, то, наверное, где-то порядка в 5 раз, соответственно, у нас вовлечение больше. Если говорить про коммуникационную стратегию в рамках года экологии, то мы, конечно, исходили из того, что вовлечение — это и есть наша основная цель. Вот. Мы не смотрели не только на линейные инструменты в виде средств массовой информации, в сотрудничестве с которыми можно доносить наши ключевые месседжи. Мы в том числе ориентировались на BTL-инструменты, на сотрудничество с крупными компаниями, которые могут через свою, скажем, сеть клиентов, клиентскую базу участвовать в продвижении, собственно, ценностей, связанных с охраной природы. Это компания РЖД, компания Аэрофлот, целый ряд компаний, которые уже сегодня активное участие принимают. Вот если вы путешествуете с Аэрофлотом, наверное, каждый ваш полет он сопровождается, собственно, этим аудиообращением, в котором компания призывает путешествовать по России с Аэрофлотом, посещая особо охраняемые природные территории. Это очень круто. Вот, я думаю, что благодаря этому, в принципе, очень многие в нашей стране узнают о том, что есть заповедники, национальные парки. Вот. Наверное, я еще хотел бы сказать о том, что ну, давайте, наверное, вернемся к сегодняшней самой главной теме. Может быть, я не самая подходящая кандидатура для обсуждения сегодня, поскольку я возглавляю коммуникационное подразделение министерства. Ясно, что есть люди, которые отвечают конкретно за регулирование, они ведут эту большую кропотливую работу, связанную с изменением законодательства в сфере об отходах. Но, тем не менее, и правильно, что так сформулирована тема, мы понимаем, что это как раз та отрасль, та сфера, скажем, природоохранного блока, которая касается напрямую коммуникации, потому что отходы, скажем, это, с одной стороны, сфера, которая постпотребительский рынок, мы понимаем, да, что у нас
некоторым образом даже нонсенс это обсуждать, потому что маркетинг работает для потреб рынка, обсуждая тему отходов, мы обсуждаем как бы вот то, что происходит после того, как товар уже потреблен. Вот, это еще и поэтому интересно. Вот, соответственно, хотел бы сказать, что мусорная проблема – это, скажем, две грани, имеет две грани. Во-первых, конечно, это то, что негативно влияет на окружающую среду в нашей стране. И второе – это, собственно, проблема, связанная, скажем, с нерациональным использованием ресурсов, которые мы имеем, с, по сути, с отсутствием доходов, которые бизнес мог бы получить, собственно, из отходов. Доходы из отходов – вот это, вот, по идее, наверное, такой важный лозунг, который мы бы хотели каким-то образом использовать. Да? Вот, если говорить об изменениях, которые произошли в последнее время, вы знаете, что в 2014 году мы приняли поправки в закон об отходах производства и потребления, в соответствии с которыми, ну, фактически эта отрасль реформирована. Вот, она реформирована на основе опыта, который мы собирали и анализировали опыты европейских стран, в частности Германии. Вот, и многое из того, что сегодня мы предлагаем, уже апробировано и, в принципе, показывает свою эффективность. Вот, если говорить конкретно, по каким направлениям идет, скажем, реформирование законодательства, то первая часть – это так называемый институт расширенной ответственности производителя. Вы, наверное, вот как раз в этом кругу, думаю, что многие из вас с этим сталкивались, потому что, по сути, многие требования ко всем производителям, откуда у нас берутся отходы, мы понимаем, что отходы в конечном итоге берутся из товаров, которые мы с вами, собственно, покупаем в магазине, или товаров, которые завозятся к нам из-за рубежа. Да? То есть в любом случае первоисточник этой проблемы – это, собственно, тот самый потребительский рынок, это те товары, которые образуются. Поэтому то, что мы должны были сделать в первую очередь, это, естественно, поработать с производителями товаров и, ну, скажем, установить определенные требования. Они были установлены, ну, скажем так, поступательно, то есть это не единовременное какое-то, скажем, установление требований, которое вызвало бы, ну, реально серьезные проблемы. Естественно, что это все-таки затраты для бизнеса, поэтому поступательно эти нормы вступают в силу. Вот. Но, тем не менее, главная суть заключается в том, что производитель товара обязан утилизировать, скажем, отход, который из этого товара образуется, либо должен заплатить экологический сбор в бюджет государства, который далее распределяет эти средства и направляет их, собственно, обратно, как окрашенные деньги, на мероприятия по строительству перерабатывающих мощностей, созданию легальных, качественных полигонов в соответствии с законодательством Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Вот, скажем, эта составляющая реформы, она заработала уже сейчас. В этом году мы впервые получили средства от экосбора, причем на сегодня они где-то порядка 1,5 миллиардов рублей составляют. Не скажу, что мы очень радуемся этому, потому что изначально не было никакого стремления, желания как бы сделать этот платеж фискальным и собрать как можно больше денег в бюджет. Нет, конечно. Вот, конечно, это инструмент, который нужен ровно для того, чтобы предприятия, производящие продукцию, задумались о том, как потом перерабатывать то, что остается от потребленного товара. Вот. Сегодня много компаний достаточно уже организовали, ну, скажем так, некую форму. Это пока еще не залоговая стоимость товара, да? Когда в цену, скажем, отдельного товара покупатель также, ну, скажем, оплачивает и, скажем, цену упаковки этого товара, упаковки, либо тары и так далее. И потом, соответственно, может вернуть себе эти деньги, если сдает бутылку, коробку и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но сейчас уже в какой-то степени этот инструмент работает. Мы знаем, например, такой пример, благодаря работе компании «Балтика», собственно, они организовали сбор тары. Да, перерабатывают ее, порядка 12 предприятий в регионах страны у них есть. Вот. Ну, по сути дела, мы хотим добиться примерно того же самого для большинства производителей. Понятно, что где-то это будет сложнее, понятно, что эта реформа идет не без сложностей, определенные сложности есть, там и с регулированием
очень много вопросов к нам адресует на этот счет, но есть соответствующая рабочая группа, которую возглавляет заместитель министра, то есть это высокий статус принятия решения. Вот, и мы стараемся на все вопросы ответить, и если, ну, скажем, есть аргументированная позиция, то, как правило, мы готовы доработать и, ну, скажем, там, предпринять все усилия, чтобы, скажем, какие-то замечания эти учесть. Вот, это первая часть. А вторая часть касается, собственно, отходов в секторе ЖКХ. Это более сложная задача. И если, опять же, вот приводить в пример опыт, который сложился в европейских странах, например, в Германии, то мы увидим, что порядка 20 лет понадобилось для того, чтобы вот эта система раздельного сбора именно в секторе жилищно-коммунального хозяйства, в жилом секторе сформировать. Это достаточно сложная задача. Вот. Но, тем не менее, сейчас совместно с Минстроем мы эту работу выполняем. Есть соответствующие поправки в законодательство, которые, по сути дела, позволяют потребителям, жителям многоквартирных жилых домов в будущем, я надеюсь, в том числе экономить за счет внедренной практики раздельного сбора. То есть, разделяя мусор, мы меньше платим коммунального платежа. Это, вот, наверное, главный инструмент, который позволит и в этой сфере также, ну, скажем, там, двигаться так же быстро, как это происходит в секторе коммерческом, да, когда мы говорим о производителях и импортерах. Ну, собственно, вот такое, наверное, небольшое предисловие. Я извиняюсь, что у меня нет с собой презентации, просто не успел этого сделать. Вот, скажу еще о том, что мы пытаемся, ну, скажем так, есть дополнительные миссии, вот она совершенно коммуникационная. Вот, потому что есть социальное предпринимательство, вот есть, например, компания «Экобокс», которая на сегодня берет на себя функцию сбора и утилизации наиболее опасных бытовых отходов, батарейки, лампочки и так далее. Вот мы, наверное, такой нестандартный шаг сделали и поставили у себя этот контейнер. Вот, и более того, попросили о том же самом. Ну, понятно, что мы не рекламируем здесь конкретно этот проект. Да? Мы, в принципе, знаем о существовании альтернативных проектов. Тем не менее, на сегодня, ну, скажем так, опыт, дурной пример заразителен, шутка. Тем не менее, очень многие, вот недавно я слышал, что Совет Федерации сделал примерно то же самое. Вот, и, на мой взгляд, это здорово, потому что это действительно наиболее опасный вид отхода, который образует достаточно, формирует достаточно серьезное загрязнение почвенного покрова и так далее, и так далее. Вот, ну, это, вот, скажем, как миссия. Вот я еще раз скажу о том, что если в начале года мы двигались все-таки в большей степени самостоятельно и сами предлагали сотрудничество компаниям, могу сказать, что мы открыты для сотрудничества с коллегами. Вот совсем недавно, я знаю, сегодня будет тоже доклад, вот обсуждали возможности сотрудничества в рамках года экологии с компанией IKEA. Они также планируют там запустить аудиообращение в своих магазинах. Недавно у нас был очень классный опыт с компанией Video, которая организовала во всех своих филиалах торговой сети практически во всех регионах страны фотовыставку знаменитого фотографа-анималиста Игоря Шпиленка. Она появляется на всех экранах техники, которая продается, соответственно, в этих магазинах. Вот, это очень крутое зрелище. Я был на открытии, могу сказать, что вот всем советую посетить, посмотреть классные фотографии. И сейчас там следом за ними то же самое хотят сделать Эльдорадо. Ну, в общем, я к тому, что, коллеги, мы открыты для сотрудничества. Вот, я, наверное, умолкаю, тоже передаю слово. Если будут вопросы, если я смогу на них ответить еще раз, да, потому что я все-таки не представляю коллег-чиновников, которые разработкой законодательства занимаются. Но, тем не менее, на какие-то вопросы попробую ответить. Спасибо большое. Прежде чем я передам слово, у меня есть вопрос. Говоря о коммуникациях, каким образом может коммуницировать бизнес со своим предложением, ну, в частности, по нашей теме, по обращению с отходами, и каким образом министерство будет работать с этими обращениями? Я знаю, что министерство крайне в этом заинтересовано, мне кажется, надо поглубже этот вопрос. Ну, на самом деле, если говорить, опять же, я все время как это делаю, это отступление, но если вопрос касается, скажем, сотрудничества, связанного с регулированием природоохранного законодательства, с какими-то смысловыми вопросами, касающимися именно, ну, скажем, реального сектора, вот, у нас есть соответствующий раздел на сайте, у нас есть, как я сказал, рабочая группа,
вот именно по расширенной ответственности председателя, потому что вопросов больше всего именно по этой теме. Я даже предвижу, что, наверное, многие из вас еще что-то захотят спросить, но это вот в части именно смысловой. Что касается коммуникации, то у нас есть небольшое компактное подразделение пресс-службы Минприроды. Вот здесь со мной сейчас один из сотрудников, Светлана. В принципе, мы готовы совершенно в режиме нон-стоп взаимодействовать, все контакты есть, мы абсолютно открыты всегда, поэтому обращайтесь, звоните, здесь проблем вообще никаких нет. Я ответил на вопрос. Спасибо. Сейчас спасибо. Я передаю слово Ирине, которая, видимо, его скажет. Спасибо большое. Я, наверное, подкреплю то, о чем сказал Николай только что, подтвержу это своим примером. Буквально в июне месяце Минприроды проводил очень содержательную конференцию на ту же тему с участием представителей посольств европейских государств. Мы слушали их практику, как раз практику Германии, других государств, о том, как это все устроено и сколько там платит потребитель ежемесячно там, или ежегодно за услуги по разделению сбору и утилизации потребительских отходов. Я, наверное, сегодня вот что сделаю. Я могу даже без слайдов, в принципе, поговорить на буквально вот три тезиса проговорить. Да. Первый — это наш такой ура, наверное, проект по переводу всех наших производств, офисов и логистики на ноль отходов на захоронение. Я просто вкратце его обозначу, потому что мы много об этом рассказываем, и на этой конференции мы его вполне детально представляли. Я его представлю только в той части, насколько это может быть полезно вот, при переносе на потребителя, на домохозяйство. Потому что фабрика в этом смысле, или офис, или логистическая наша операционная деятельность, они могут быть представлены как вот некое домохозяйство. Что нужно сделать, да, чтобы проще было обращаться со своими отходами, и чего не хватает сегодня в этой цепочке. Второй тезис будет касаться именно отходов потребления. Это тезис, который сейчас Николай озвучил. Как нам сделать, вообще добыть доходы из отходов? Это самый, наверное, ключевой краеугольный тезис в этом смысле. Ну и третий — это упаковка. Это большая, огромная, в общем, беда, которую можно сделать из беды, в общем, наверное, чем-то более приятным. Но мы, как огромный такой массового спроса производитель продукции, повседневного спроса, испытываем всю меру ответственности за то, какое количество упаковки мы выпускаем в обращение, хотя мы ее сами не производим. Это вот еще раз подчеркну. Итак, три момента. Значит, что касается наших фабрик, офисов, логистики. Мы с 2015 года, с 1 января, перешли на принцип ноль неопасных отходов, то есть тех самых твердых, наверное, промышленных производственных отходов и бытовых, поскольку они там на фабриках и в офисах тоже образуются, на захоронение. То есть мы вообще против полигонов. Мы считаем, что полигоны — это, пардон, зло, это должно уйти вообще в прошлое. А все отходы более или менее, так сказать, не подверженные там, не знаю, органической какой-то дальнейшей утилизации, они должны возвращаться в экономику, и должен быть циркулярный принцип. Соответственно, нам пришлось проделать огромную работу, и в основу этой работы был положен принцип 5R. Обычно используют принцип 3R, но мы немножко расширили эту пирамиду. Вот три основные R — reduce, reuse, recycle, то есть сократить, вторично использовать и перерабатывать. Мы посмотрели сначала вообще на reject, от чего мы можем в наших технологических цепочках отказаться. Мы провели полный аудит вообще этих технологических цепочек, чтобы понять, на каких этапах вдруг внезапно образуются ненужные в каком-то количестве, в масштабе отходы. Можно ли эту технологическую цепочку перепрограммировать, ее там, дизайн изменить, да, таким образом, чтобы вот эти отходы там не формировались. Дальше, конечно, редьюс, сокращение, вторичное использование, мы достаточно активно это делаем, ресайкл, переработка и рекавер, восстановление. Так вот, самый главный момент, с которым мы столкнулись, это, конечно, при том, что нам говорят постоянно, что в России огромное количество перерабатывающих заводов просто простаивают, эти мощности, они недозагружены, мы их найти не смогли. Вот нам, вернее, они есть, но Россия страна большая, и вот в тех четырех как бы, городах, географических локациях, где у нас большие производственные кластеры, их, на удивление, не оказалось. Ну, то есть вот представьте себе город Санкт-Петербург, который просто окружен промышленными, ну, там окружен так, ну, со стороны земли, не со стороны моря, да, промышленными кластерами всех возможных индустрий, но вот там как-то не очень все равно есть весь спектр тех видов отходов,
которые можно было бы там же перерабатывать. То есть рассматривалась Финляндия, рассматривалось то, что мы будем возить через границу и отдавать или продавать, так сказать, за рубеж вот эти отходы производства. Мы пока еще не про потребление говорим. Нам долгое время пришлось из Екатеринбурга, поскольку мы перешли на этот принцип глобально. С 1 января все, 2015 года, мы не имели права ничего отдавать на свалки и покупать услуги, так сказать, вот эти свалочные. Мы не могли. И нам нужно было, чтобы это все еще аудировалось. У нас это все проверяется соответствующими внешними аудитами. Мы не можем, нам очень многие люди в России, значит, наши граждане предлагали сертификаты какие-то. Значит, мы вам все напишем, все вам нарисуем. Давайте, отдавайте, продавайте. Мы вам за эти деньги все напишем. Не получается, так не работает. Нам нужно было, чтобы это все можно было проверить, проаудировать и так далее. Так вот, из Екатеринбурга с предприятия «Калинны» мы в Москву возили очень долгое время производственные отходы, пока там не нашли поблизости, там где-то ближе к Челябинску, значит, соответствующие мощности, чтобы эти производственные отходы перерабатывать. Вот это одна из ключевых проблем инфраструктурных, где, как вот на карте, не совпадают промышленные кластеры и кластеры переработки отходов. И это, на мой взгляд, несколько странно. Дальше. Конечно, нам пришлось очень плотно подойти к анализу той структуры отходов, которая у нас образуется, посмотреть на то, куда мы можем их размещать, кому в индустрии они вообще нужны, потому что речь, конечно же, не должна идти только о сжигании. Ну, конечно, нет. Сжигание там все понятно, там даже оно может быть экологичным, есть огромное количество тех, там, сказать, игроков в индустрии, кто вырабатывает тепловую энергию таким образом. Все нормально. Но мы смотрели на то, чтобы отдавать в сельское хозяйство. Да, там, так сказать, для там, вафельные отходы с фабрики мороженого прекрасно идут на корм для сельскохозяйственных животных. Там, да, фильтр-пакеты чайные и очень многие вообще вот эти вот виды упаковки, недоиспользованные в производстве, идут прекрасно на там, цементное производство и так далее. У нас Северсталь что-то берет из наших отходов, так сказать, тоже был удивительный пример, для своих каких-то нужд из пластика что-то, значит, они там используют. Не хочу ничего показывать, это все будет отвлекать, поэтому я очень быстро. Вот. Это нужно, когда надо отвлечь. Понимаешь? А мне, у меня другая цель, так сказать, сэкономить тоже время и привлечь, и поделиться мыслями. Вот. Поэтому, значит, основной вывод какой? Если мы посмотрим на наши собственные домохозяйства и что потребителям, как бы, с чего им начать и куда им бежать, у них помимо того, что нет пока этой централизованной какой-то всеобъемлющей инфраструктуры, когда к ним придут, во-первых, конкурентно предложат услуги, по разной, наверное, цене, что мы у вас заберем раздельно вот это, вот это, вот это. Нет, в принципе, вот этого стремления превратить это в доходы. Почему сегодня мы должны все отдать бесплатно уважаемым переработчикам, которые сидят и нам диктуют, значит, что вы нам отдайте? Для них это сырье, для них это ресурс, который они дальше, переработав, уже тоже продают. Давайте все-таки говорить тогда об экономике. И тот же самый потребитель, он радостно будет заинтересован, или он заплатит штраф за свалочный мусор, который не разобран, он в общем пакете, с ним что-то надо делать, или он получит доход за раздельно тщательно разобранный мусор, который к нам, вот мне в Твиттере после той конференции, тут тоже дяденька писал, очень агитирован, говорит, а вот почему вы не забираете свою пищевую продукцию, значит, на переработку? Я говорю, простите, ну, лет уже 2000, наверное, канализация существует, каким образом мы должны забирать пищевую продукцию? Ну, просто вот мы ее производим. Ну, вы понимаете, вы ерничаете стеклянную бутылку, там я имею в виду упаковку, говорю, мы упаковку не производим. Мы в нее положили что-то. Мы продали, да, вот экономический мы понимаем момент. Человек это потребил. Упаковку надо возвращать в экономику. Согласна, совершенно. Каким образом забирать? Вопрос. Каким образом бесплатно? Будут ли сдавать? Будут ли тратить свое драгоценное время, уважаемые потребители? Большой вопрос. Платно? Мы это все проходили в Советском Союзе, это работало. Простите, я учась в первом классе, так сказать, у нас был прекрасный вид дохода. Ты берешь стеклянную бутылку, сдаешь ее за 2 там, копейки или сколько это стоило, и покупаешь 20 копеек. Спасибо, Лена, что напомнил. Я везде про 2 копейки рассказываю. Значит, 20, уже в 10 раз, так сказать, повысился экономический эффект. И ты мог купить себе там 2 пирожка или 2 булочки там в столовой на углу. Пожалуйста. Сегодня это невозможно. Мне рассказывают про там налоговую составляющую, что нужно на них на всех декларации заполнять и так далее. Ну, найти можно много препон, чтобы ничего не делать и, так сказать, все время говорить о том, что ничего невозможно. Мне кажется, что экономический рычаг немедленно бы нам решил всю проблему уличного мусора. Потому что есть кому в этом государстве, в этой стране, так сказать, за 20 копеек идти и собирать то, что накопилось. Дальше. Теперь к упаковке. Мы не снимаем абсолютно, я уже об этом говорила, с себя ответственности за упаковку, потому что вот здесь
мы с чем сталкиваемся? Даже когда мусор потребительский собран раздельно, он не весь может быть переработан. А почему? А потому что просто в дизайне так. Упаковка, она очень сложная бывает, многослойная. У нас же маркетолог как? Он же хочет все покрасивее. Он нам рассказывает, маркетолог, что нужен не просто пластик, простой, прямой, там, не знаю, непрозрачный, матовый какой-то, а он должен быть какой-нибудь глянцевый, с каким-то там напылением, с какой-нибудь алюминиевой там вкладкой и так далее. И вот здесь наступает тот самый момент истины. Мы в Марокко попытались первыми реализовать проект, вот как раз о вовлечении потребителей, экономическом, да, сбора саше. Саше — это такие маленькие пакетики. Ну, мы все знаем пакетики там чайные, допустим. Просто экономически они не могут покупать там большую бутылку, они берут маленький пакетик, это более целесообразно. Этими пакетиками там миллиард, вот Unilever, наверное, миллиард пакетиков ежегодно выпускает в обращение на рынке. Ну, понятно, где они все заканчиваются, пакетики. Это все на побережье, в море, так сказать, морской волной приносит и так далее. Там в лендфилл, то есть на полигоны попадает не некоторая часть, но тоже это захоронение, тоже ничего хорошего. И пакетик, он многослойный. Вот когда мы начали их собирать, мы их собираем, пакетики у них с шампунем, не с чаем, да, с шампунем пакетики в хамамах, там, в публичных банях, там, да, в общественных. Мы собираем их там, значит, в ритейле, где-то в розничных сетях, вкладываем в это средства, а потом что с ними делать? Их только сжигать, потому что они многослойные, это так вот маркетингом задумано, и тут уже дороже будет их расслаивать себе, да, и больше энергии будет затрачено на то, чтобы их расслоить и по отдельности ресайклить отдельные слои. Поэтому только... А сжигать, ну да, мы находим экологичные возможные способы передать их в те индустрии, которые, опять же, как цементная, да, они их аккуратно там, так сказать, сжигают, утилизируют, получают тепловую энергию и так далее. Вот один из примеров. Поэтому для нас вопрос все-таки дизайн упаковки пластиковой — это вопрос краеугольный. И здесь очень важное заявление имею, так сказать, сообщить, но я уже об этом говорила. Мы это объявляли, к 2025 году Unilever намерен перейти на полностью перерабатываемую пластиковую упаковку. Я даже не возражаю, если вы поаплодируете на этом месте. Потому что на самом деле, чтобы вы просто понимали, друзья мои, это очень сложно. Сегодня, чтобы это сделать, нам потребуется 450 миллионов евро просто в год, да, чтобы вот это оценочно, чтобы просто вот аккуратно исполнять ежегодно, просто брать и выкладывать из своего кармана или из кармана потребителя. Ну а кто в итоге платит за все, правда? Сегодня мы говорим о том, что 80% по объему нашей упаковки — это тот самый пластик самых разных видов. Вот наша задача к 2025 году — убедить маркетологов, убедить потребителей, что нам всем это нужно, чтобы пластик был попроще, чтобы он был не многослойный, чтобы он был из тех видов, да, использовался, которые перерабатываем мы. Потому что сегодня действительно уже государство, многие смотрят на то, а не запретить ли нам те виды упаковки или те форматы, как, например, саше, о чем думает сейчас индийское правительство, потому что та же самая проблема в Азии, она вообще повсеместна. Не запретить вообще такой формат, если невозможно собирать и невозможно утилизировать. Вот и это проблема. Поэтому мы не сидим на месте, не стоим. Да? Мы вот одну часть мы сделали, фабрики, офисы, логистику почистили, у нас, так сказать, полностью 100% идет на переработку, утилизируется, восстанавливается, то есть не идет на захоронение. Дальше мы смотрим, как эту проблему решить, вот в частности в России с введением новых требований по утилизации отходов потребления через расширенную ответственность производителя. И третий пункт, конечно же, смотреть на дизайн упаковки, то есть с самого начала цепочки, чтобы проще было дальше уже обеспечивать полную утилизацию. Спасибо вам большое. Я даже вот после такой скорости я хотела спросить сначала, каким образом зарабатывать на мусоре потребителю, но Ирина, как обычно, ответила на все вопросы. 20 копеек. Это бутылка от шампанского. От Буратино 10. Буратино 10. Угу. Это с детства зарабатываю на мусоре. Так, и Икея, и Алиса Ковалева. Да. Будет. Если была, значит, будет. Да, передайте, пожалуйста. Здесь, собственно, как работать с людьми по мусору, да? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Алиса Ковалева. Я представляю компанию IKEA Centers Russia. И я вам расскажу, как мы работаем, как показано на презентации, с нашими гостями.
и арендаторами в области обращения с отходами. Чтобы вам представлять объемы, с которыми мы работаем, это общий слайд, подготовленный коллегами из пиар нашими. У нас 14 торговых центров, которыми мы владеем, и в общей сложности это 2 миллиона квадратных метров торговых площадей. Торговые центры расположены по всей России, и мы активно очень внедряем нашу стратегию устойчивого развития, которая называется «Да, людям и планете». Она относится ко всей группе компаний IKEA, то есть не только в России, но и в Европе. IKEA Centers. Мы являемся компанией IKEA Centers Russia, то есть это торговые центры в России. Компания IKEA Centers владеет торговыми центрами в Европе и в Китае. И у нас общая глобальная стратегия устойчивого развития, которая включает в себя три больших блока: экологичный образ жизни, энергии и ресурсы, и люди и местные сообщества. Тема сегодняшней у нас беседы — это все-таки обращение с отходами, поэтому мы поговорим с вами вот про этот центральный блок энергии и ресурсы. Мы активно агитируем и наших гостей торговых центров, и арендаторов сокращать, естественно, энергопотребление, водопотребление. И один из основных и важнейших блоков — это, естественно, работа с отходами. У нас очень много примеров, но поскольку времени мало, мы выбрали всего два, насколько я помню, примера. В частности, с весны 2015 года у нас в Мегахимке, в торговом центре Мегахимки, был организован пункт приема, раздельный пункт приема отходов для наших покупателей. Изначально данный проект был в тестовом варианте организован как временное мероприятие. Но данный проект себя очень хорошо показал, и мы почувствовали необходимость того, чтобы данный пункт работал на постоянной основе, он был модернизирован, и сейчас он работает три раза в неделю у нас идет, если я не ошибаюсь, да. Три раза в неделю мы принимаем отходы от наших посетителей. Естественно, и те люди, которые работают у нас в торговом центре, туда привозят отходы рассортированные. Мы тоже туда заезжаем, поскольку наш офис находится недалеко. На слайде видно, какие виды отходов мы принимаем: металл, пластик, PET-бутылки, упаковку тетрапак, бумагу и картон и стекло. Все это принимается. Также мы контролируем, чтобы данные виды отходов, принятые, рассортированные, не шли на полигон, чтобы это не было каким-то черным пиаром, а они действительно идут на переработку. Мы прослеживаем всю эту цепочку и можем гарантировать, что те отходы, которые были принесены, нам действительно будут переработаны. Еще один пример — это мега в... Что это? Восток? Мега-белая дача, да, немножечко совсем другой конец Москвы. У них была совместная акция, маркетинговая акция по сбору вторсырья. В холле Меги поставили гигантский куб, куда принимали... Мы до сих пор, акция продолжается, мы ведем тоже прием пластика. Интересный проект, потому что он был сделан вместе с администрацией, и когда проекты поддерживаются администрацией, естественно, они быстрее идут, больший эффект, и всегда хорошо делать какие-то именно мероприятия с местным сообществом, скажем так. 19 тонн отходов с мая по декабрь 2016 года было собрано в рамках данной акции. Также в Меги Омск, теперь уже получается в прошлом году, была акция, направленная на работу с детьми. И данный вид работы показывает, что он работает даже эффективнее, если мы ведем работу с детьми, потому что дети потом обучают родителей, и эффект пролонгированный, и гораздо более удачно все работает в таком ключе. Разработана командой Меги Омск, Меги администрации программа. Были поставлены контейнеры для сбора отходов в местных дворах. То есть мы не только собирали отходы в самой Меги, но также их распределили в районах близлежащих. Плюс проводились обучающие мероприятия в школах.
мероприятия в самой Меге, которые объясняли, как правильно сортировать отходы, для чего это нужно. И в рамках данной акции, она была как единоразовая акция, проведена 5 тонн отходов у нас было собрано. По-моему, у нас... Анастасия, следующее у нас должно быть видео, если я не ошибаюсь. Да, и оно должно быть, да, отдельным. Пожалуйста. Да, это Мега Ростов. У нас тоже делала акцию. Ростов-на-Дону. Тоже связано с обучением именно детей в школах. Да, для нам сказали, что мы можем оставить английский вариант, но для тех, кто, кому нужна помощь в переводе, обучающая у нас была компания в Меге Ростов-на-Дону, опять же, совместно с администрацией. Да, главное, чтобы в Ростове она на русском шла. Да, да, да. Как человек там часто бывающий, просто вот мой такой совет. Проводились обучающие мероприятия в школах. Вот. И по окончании данной акции дети, которые собрали определенное количество отходов, они получали бесплатный ваучер на сеанс на нашем катке. Можно было получить конечки и покататься. Да-да-да, там было написано «for all participants». И 20 тонн отходов было собрано и переработано. Это то, что касается работы... А можно мне, да, назад, пожалуйста, презентацию? То, что касается работы с нашими покупателями. Сим-сим? Не сим-сим. Ага. Это большой блок, с которым я непосредственно работаю, взаимодействие с нашими арендаторами, потому что, естественно, 80% наших торговых центров — это помещения арендаторов, и один из важнейших блоков нашей работы — это объяснить арендаторам, как правильно вести свой бизнес, чтобы минимальную какую-то нагрузку на окружающую среду и природу это все воздействие какое-то привносилось. Что мы проводим, какие мероприятия мы делаем в рамках данной работы с арендаторами? У нас есть 2 раза в год данное мероприятие проводится. Это завтраки с арендаторами, где мы собираем всех наших арендаторов, рассказываем о результатах того, что было проделано за предыдущие полгода. И теперь мы ввели обязательный блок по устойчивому развитию на данных мероприятиях. Уникальная возможность увидеть всех арендаторов и что-то им непосредственно глаза в глаза рассказать, показать и агитировать раздельно сдавать свои отходы, потому что у нас есть пункты приема в зоне погрузки в каждой Меге, куда арендаторы свои отходы могут приносить в рассортированном виде, и дальше, естественно, мы их тоже отдаем на переработку. Что, собственно, вторым пунктом и написано — раздельный сбор отходов в зоне погрузки. Мы ведем очень большую просветительскую работу среди арендаторов. В частности, в этом году мы провели на добровольной основе, мы сделали своего рода опросный лист, чтобы понять, насколько наши арендаторы без нашего участия ведут какую-то деятельность в рамках устойчивого развития, посмотреть, где мы можем вместе работать, где мы им можем помочь, где, возможно, они нам могут помочь. И на основании полученных уже результатов там было много разных блоков, в том числе и блок, связанный с сортировкой отходов и сдачей их на переработку, мы сделали для арендаторов 3 блока рекомендаций в зависимости от того, насколько они участвуют во всевозможных
мероприятиях в рамках различных программ. Это и КСО какая-то деятельность, и энергии и ресурсы, и ответственные цепочки поставок. То есть мы посмотрели все эти их ответы, и в зависимости от того, насколько арендатор уже там advanced или наоборот еще только начинает задумываться об этом, мы подготовили для них какие-то рекомендации. Естественно, это все на добровольной, пока не принудительной основе, но арендаторы наши, мы с ними часто общаемся лично, все понимают тенденции мировые. Год экологии тоже нам очень помог, потому что мы его упоминали регулярно на всех наших встречах. Арендаторы понимают, что это необходимо, и сами очень часто выходят с нами на контакт. Те, кто готовы обучаться, мы с удовольствием какое-то индивидуальное обучение с ними проводим. В рамках какой-то общей политинформации это у нас пример тоже из Меги Ростов-на-Дону. В сервисных коридорах, через которые у нас проходят все арендаторы, мы ставим коммуникацию относительно. Ну вот, данный постер назывался «Ответственный бизнес – это просто». Как правильно сортировать отходы? У арендаторов немножко другие отходы, нежели у наших потребителей. Поэтому здесь своя заточенная под арендаторов коммуникация. И это Мега Омск. Да, нет, вот это Мега Ростов, прошу прощения, это Мега Ростов, да, а это у нас Мега Омск. Тоже та же история, немножечко по-другому разработанная, но опять же в сервисном коридоре висит данная информация, арендаторы всегда могут пройти и почитать, у них, в общем, это как 25-й кадр, когда они мимо проходят, нет-нет, что-то обязательно в их голове остается. Я надеюсь, я уложилась во время. Если есть какие-то вопросы, потом я буду готова с удовольствием вам на них ответить. У меня есть вопрос, как водится. Вот вы говорили о том, что, значит, в торговых центрах собираются батарейки, кстати, больше вы не собираете, пришлось отказаться, да? От этого? Пока временно, да, мы приостановили. А это с чем связано? С расходами? Нет, это связано. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Полищук, я эколог торговых центров Мега. Программу, про которую вы говорите, ведет одно из наших подразделений IKEA Retail. Соответственно, наш представитель вот как раз с МПРом плотно работает. Мы не нашли компанию, у которой есть все необходимые лицензии на сбор, транспортировку, обезвреживание или утилизацию. Где Юзефович? В отпуске. Лицензия на утилизацию у компании «Мегаполис Ресурс», про которую вы говорите, нет до сих пор. Господин Мацук только подал на данную лицензию. Какая компания это? «Мегаполис Ресурс». Это «Бокси», которая? У «Экобокса» есть своя лицензия, есть завод по утилизации, который находится в Московской области. Они ее недавно получили, и буквально 2 недели назад мои коллеги из ритейла, они просто знают, что это животрепещущая тема, и наши арендаторы просят рассказать поподробнее, и наши сотрудники просят рассказать про сбор батареек и их утилизацию достаточно часто, особенно новые люди, приходящие в компанию. Соответственно, компания «Экобокс» предоставила нашим коллегам из ритейла лицензию, и мы сейчас подумываем о том, чтобы в скором времени возобновить этот сервис. Спасибо. Я, собственно, хотела уточнить такой момент. Вот та программа, с которой с самого начала рассказывалась, она похожа на социальную программу. Это не программа, встроенная в бизнес, правильно? Ну, сейчас нет таких условий, чтобы вы могли зарабатывать на сборе этих отходов. Или вы зарабатываете? Насколько я знаю, мы не зарабатываем на отходах. Это просто покрытие каких-то наших операционных расходов. Мы бы больше сказали, что это эколого-социальное такое мероприятие. Нам интересно привлечь наших соседей, комьюнити, да, тех людей, которые живут вокруг, работают вокруг, raise awareness, поднять осведомленность людей, заинтересовать и показать, что это не просто, но это возможно. Просто когда вы пишете про 5 тонн, которые вы собрали, вы же их передаете на переработку, это стоит денег. И денег серьезных стоит. И, собственно, это является основным барьером. Да, отдайте ей микрофон. И, собственно, это является основным барьером сейчас для того, чтобы все сидящие в этом зале немедленно не взяли себе, там, я не знаю, баки для раздельного сбора мусора, батареечные боксы, которые стоят. Они деньги платят нам за эти отходы. У меня фабрики стали получать незапланированную прибыль. Они перестали платить за свалки и стали получать какие-то там, ну, даже не копейки, а там какие-то миллионы рублей уже пошли.
продукт. Я и хотела сказать о том, что вот Unilever как раз говорит о том, что это встроенная часть бизнеса. Мы все в основном говорим о социальной ответственности, нагрузке социальной, приучить арендаторов, научить пользователей, там, значит, ну, перевоспитать детей, это святое, это мы как бы не трогаем, на детях не зарабатываем. Но зарабатывать на отходах для бизнеса, это как бы это наша цель всеобщая, да, потому что вот я не могу сейчас поставить, допустим, дополнительные 10 боксов для батареек, потому что у меня нет на это бюджета. И мне кажется, это неправильно. Если мы собираем эти батарейки, мы их должны... Словечко буквально. Коллеги, мне кажется, здесь все очень понятно. Мы же помним 90-е годы, когда крупные компании заходили в Россию, да? То есть у нас была совершенно другая, скажем, система маркетинговая в стране. То есть у нас оптовики диктовали, соответственно, ритейлу. Да? У нас сейчас ритейл диктует потребителю. Вот. И сейчас, по сути дела, те компании, которые начали перерабатывать, они диктуют тем, кто хочет, собственно, на переработку сдать. Но, поверьте, немного времени до того момента, когда мы сможем продавать отходы. И, насколько я знаю, в Москве пункты приема тары, они работают, компенсируя, собственно, за каждую бутылочку реальной денежкой. То есть, в принципе, просто сейчас эта реформа набирает обороты. И вот и то, что мы сейчас это с вами обсуждаем. Знаете, я в прошлом году был на конференции «Ведомостей» как раз по теме отходов. И с удовольствием наблюдал, как коллеги говорят, вот, 3 года назад такой разговор был вообще невозможен. Мы сейчас говорим об этом, мы запускаем эти проекты. Понятно, что пока действительно производителей немного, ничего с этим не сделаешь, они будут диктовать свои условия. Но немного времени до того момента, когда это изменится реально. Спасибо, на мой вопрос ответили. Да. Это я к тому, что задача как раз хотя бы сегодняшнего заседания комитета в том, чтобы выработать рекомендации, наверное, это очень громко сказано, для 2 часов беседы. И рассказы о своем опыте. Но в целом это как раз задача комитета вырабатывать эти рекомендации, собственно, говорить о том, что нужно сделать для того, чтобы сделать это выгодным и, соответственно, более распространенным. Пожалуйста, Ирина. Я просто не поняла, почему тут батарейки? N+ производит, что ли, батарейки? Да нет, конечно. Это я поехала в Икею с батарейками. А, понятно. Я просто знаю про батарейки. Ты совершенно права, что это должно стать встроенным в нашу бизнес-модель, как бы процессом, для тех отходов, которые, ну, в общем, связаны непосредственно с нашим бизнесом. Все остальное, наверное, это будет дополнительная социальная нагрузка. Безусловно. А мы говорим о том, что рано батарейки или поздно... Батарейки будут, безусловно, такой нагрузкой, потому что мы их не производим. Это вот наша добрая... Мы как раз и говорим о том, что если у тебя уже понятно, что ты произвела, переработала, заработала, то здесь вопрос идет про людей, которые не работают в компании, про арендаторов, про покупателей, мимо проходящих детей. Кстати, Мега Омск звучит очень круто. Да. А на предыдущем комитете, когда мы сидели и обсуждали, что следующий комитет будет про ТБО, все время говорили про Тетрапак. Прям реально, это была самая упоминаемая компания на этом обсуждении. Поэтому сейчас Дина Епифанова, мне даже не написали ее тему, но типа Дина пришла, все. Добрый день, Дина Епифанова, Тетрапак. Да, очень здорово, что мы звучим на всех заседаниях. На самом деле, я хотела бы говорить в первую очередь о потребительских отходах. Наверное, это основная головная боль сейчас для всех нас, да? Потому что фабрики и офисы так или иначе уже умеют и справляются. Но, тем не менее, раз эти темы были подняты, я все-таки пару слов скажу. Безусловно, промышленные отходы — это гораздо более интересная и простая тема по сравнению с потребительскими. Их действительно покупают, за них тендеры и прочее, потому что это чистые отходы. А потребительские отходы, в которых остались молоко, сок, и которые лежат в ваших мусорных корзинах дома, да, это мусор до того, пока его не разделили. Да, и не закиповали, и вот, наверное, Рзаев Константин что-то об этом будет тоже говорить. Да? Это совсем другая история. Конечно, наша фабрика в Лобне, которая находится, она тоже продает отходы исключительно туда, где мы знаем, они будут переработаны, никаких полигонов. Это такой уже стандарт некий, само собой. Да? Офис, безусловно, тоже сортирует отходы, в первую очередь, естественно, Тетрапак, но и другие передает. И, кстати, если кому интересно, да, сфера экологии, всем, наверное, известна, наш партнер, они готовы возить из любых офисов Тетрапак. Они его потом аккумулируют и передают на переработку.
Ну, в офисе, раз уж вот IKEA довольно подробно говорила о разных интересных механиках и акциях, два слова скажу. Как, например, мы стимулировали своих сотрудников, да, к разделению и тому, чтобы они приносили из дома, в том числе, упаковку. Мы замечательную книгу издали совместно с издательством «Миф» Ман Иванов и Фебер, которая была сделана непосредственно из упаковки тетрапак. Да, вот у меня в машине есть, кому интересно, покажу. Потом и механика, механика была такая. Механика была такая. На самом деле, чем больше сотрудники принесли упаковки, тем больше таких книг издали и передали в фонд «Подари жизнь детям». Собственно, ну вот так мы замкнули цепочку в офисе, скажем так. Теперь о потребительских отходах. Тут я хочу, безусловно, поддержать Ирину Юнилевер. Мы абсолютно точно так же, как и вы, считаем, что полигоны — это не то, где должны находиться потребительские отходы. Ну и два слова добавлю. Сжигание, конечно, мы тоже не считаем. Смотрю на Министерство природных ресурсов, мы тоже не считаем хорошей практикой. Да? Во всяком случае, до того, как сожгут, необходимо высортировать оттуда все полезные вторичные ресурсы. Да? Это очень важно, я считаю. Тем не менее, да, что, извините? Тем не менее, да, тот закон, который приняло министерство, на самом деле, несмотря на всю критику, которая присутствует, и много есть пожеланий со стороны бизнеса к нему по-прежнему, да, он, безусловно, простимулировал историю переработки потребительских отходов. Мы все видим на практике, что это очень сфера сейчас активная, и перспективы тут явно есть. Да, поэтому общий эффект все равно очень положительный, и я думаю, что прогресс будет однозначно. Теперь переходим к нашей упаковке. Да. Здесь хорошие новости. Упаковка Tetra Pak полностью перерабатываемая. И не только картонная часть, да, но и полиэтиленовая часть и алюминиевая фольга. Просто чтобы, я знаю, не знаю, о чем вы говорили на прошлом заседании, да, но не все в курсе, что бумажная часть с успехом перерабатывается на бумажных фабриках и идет в те же самые продукты, что обычная макулатура, да, гофроящики и так далее, стандартные. И у бумажных фабрик, которые занимаются такой переработкой, покупают оставшуюся полиэтилен-алюминиевую фольгу, переработчик так называемого полиалюминия. Да, это переработчик в Тамбове, который вот эту вторую часть прекрасно перерабатывает, превращает ее в гранулу. В основном продает ее компания «Алюминстрой», которая делает из этого строительные панели, которыми, например, обиты «Сбербанк», «Пятерочка», вот такие квадратики, вы знаете. Да? Там с двух сторон алюминий, а внутри наполнитель. Идет вот эта самая полиалюминиевая часть. Ну, из этого также делаются ручки и всякие другие более мелкие предметы. Так что этот вопрос у нас решен, да, даже нет недостатков в перерабатывающих мощностях. Более того, например, переработчик полиалюминия уже даже думает, чтобы импортировать эту фракцию из Европы, потому что они очень нуждаются в сырье. У нас другая проблема — это сортировка. Да, и тут, наверное, ну, все, кто в теме, да, и экотехнологии, и Unilever, все скажут, что самая большая проблема — это то, что невозможно высортировать из ТБО. Да? На сегодняшний день вы знаете, что максимум 5% твердых бытовых отходов, прежде чем попадают на полигон, проходят сортировку. Сортировки очень малоэффективные. И чтобы тоже тут не было иллюзий, из 100 тонн, условно говоря, того, что входит полезного, максимум 10-15 может быть высортировано на такой сортировке. Только из-за того, что нет раздельного сбора отходов. Как только их разделят хотя бы на два потока, и этого достаточно, пищевые отходы и все остальные, эффективность такой сортировки с 10-15% вырастает до 50-60%. Мы вот в свое время, ну, буквально недавно, да, активно занимались анализом того, сколько же реально собрать вообще. Да? И мы пришли к выводу, что со всей европейской части России, например, это 4000 километров на 4000 километров, максимум, это не только о нас, да, это обо всем, что в ТБО находится, соответственно, можно выбрать 4-5% всего того, что там оказывается. Да?
А если бы был раздельный сбор, была бы совсем другая картина. Поэтому если мы все-таки все ставим перед собой реально амбициозные планы, надо понимать, что без раздельного сбора, в первую очередь в Москве, серьезного прогресса ждать не приходится. Да? Поэтому тут очень важно, как это все будет применяться в итоге на практике, да? Насколько будет действительно стимулировать население к раздельному сбору, насколько муниципалитеты будут нести тоже ответственность наравне с бизнесом за то, что они инфраструктуру, соответственно, развивают, да, и насколько мусоровозящие компании будут готовы менять свои вот эти экономические модели, да, и не просто дешево на свалке выкидывать, а быть готовыми к раздельному сбору и так далее, и так далее. Так что тема очень интересная, на наш взгляд, перспективная. И вот наш основной вывод, да, что просто необходим, как воздух, раздельный сбор отходов, в первую очередь в Москве, потому что в Москве образуется минимум от 20 до 25% всех отходов в стране. Вот такое короткое выступление. Спасибо. Да, супер. Ну, смотрите, по поводу реплики относительно мусоросжигания я все-таки отвечу. Конечно, Минприроды России рассматривает как приоритет переработку отходов в любом случае, хотя современное, скажем, термическое обезвреживание отходов с выработкой электроэнергии — это тоже технология, которая применяется за рубежом. Многие говорят о том, в частности, в странах Европейского Союза. Вот мы часто слышим о том, что новая директива, которая вышла в начале этого года, скажем, ввела запрет на термическое обезвреживание отходов. Это не так. Там есть просто определенная система перераспределения по странам Евросоюза, но это не запрет. Эта технология используется. Более того, некоторые виды отходов, Ирина, собственно, об этом говорила, их по-другому просто нельзя обезвредить, кроме как через технологию сжигания. Вот, мы понимаем, что технологии на месте не стоят, и есть современные, в общем, экологически безопасные технологии, которые, собственно, не создают проблем. Честно говоря, я на вас смотрела, потому что больше не на кого смотреть. На самом деле МПР, нет, я имею в виду в этом смысле, я имею в виду, да, я хочу немножко, да, развеселить вас, но на самом деле в МПР достаточно прогрессивный подход. МПР, они понимают необходимость раздельного сбора, более того, очень открыто на это смотрят. Но вы знаете, да, что, тем не менее, тема сжигания, она очень популярна сейчас, да, и в Московской области будут строить мусоросжигательные заводы. Просто очень важно, чтобы все те, кто влияет на эти процессы, да, обеспечили то, чтобы предварительная сортировка все-таки происходила. Конечно, мы понимаем, что у государства приоритет решить вопрос дефицита полигонов. Да? И, безусловно, такая безопасность сжигания, наверное, для государства приемлемое решение. Да? Но если мы все-таки хотим вернуть ресурсы в оборот, да, вот как говорила Ирина, да, если нам важно circle, да, так называемый, economy создать, да, безусловно, конечно, сжигание — это такой один из этапов к более продвинутым практикам. Это, пардон, позволю себе буквально минуту. Просто я знаю, что МПР вынуждена балансировать, да, между, да, интересами. Я, да, только вот напомню, что у нас идет трансляция на сайт «Комсомольской правды». Я попросил для коллег, ну, во-первых, расшифровывать какие-то там понятия, потому что МПР, мне кажется, да, это Минприроды России. Коллеги, все-таки Минприроды, да, России. Да. Да, ну, а во-вторых, просто в какой-то момент, я вот так представляю, человек подключился, да, только зашел на сайт КП, да, вот у него появилось 5 минут свободного времени, и бах, сжигание, да, ну как вот. Я просто... Да, я просто к тому, что, ну, все-таки, да, немножко для трансляции, чтобы был контекст. Спасибо огромное. Да, спасибо. Но я так понимаю, что понимание есть. Отвечу, да, вы, собственно, вопрос задали, он понятен. Конечно, у нас есть жесткие требования законодательства, у нас есть требования государственной экологической экспертизы, которая для таких проектов, несомненно, будет проводиться, обязательно с участием населения в рамках процедура ОВОС, и вы знаете, есть общественное обсуждение, все это будет в любом случае, и никаких, ну скажем так, непродуманных, непроверенных решений быть не может. Я вас могу в этом на 100% уверить.
Спасибо, внушает оптимизм. Простите. И обещанные, значит, Дина обещала, что Константин Рзаев будет говорить тоже об этом. Вадим, перейди, пожалуйста. И не только об этом. И не только об этом. Можно, чтобы быстрее выступить, он выйдет туда. Да. И нас демократия победившая, поэтому. Всем добрый день, Константин Рзаев, компания «Экотехнологии». Я для того, чтобы было интереснее, я вот построю выступление на некотором диалоге с теми, кто уже выступил. Так, наверное, будет интереснее. Да, Елена, вы не против? Вы же как модератор должны сказать, да, Константин, я не против. Или нет? Да, Константин, читайте слайды, например, пожалуйста. Вот это уже не актуально содержание, потому что большую часть уже все рассказали профессионально. Значит, очень коротко о нас, потому что все, кто до сих пор выступал, все знают, все с телевизора, из газет, да, а про нас никто не знает. Мы 13-й год занимаемся переработкой ПЭТа, а в последнее время также ПНД-емкости. Ну, ПНД-емкости, это, например, вот компания Unilever производит. Вот ПЭТ и ПНД, это как вот обещал, это, просил Вадим. Не ругаться, в смысле, да? Ну, в общем, ПНД – это то, из чего, в чем внутри шампунь, а ПЭТ – это то, из чего мы пьем воду в основном. И лет 10 назад мы поняли, что для того, чтобы каким-то образом получать сырье на завод, нужно строить сортировочные станции. Так появился наш второй бизнес по строительству сортировочных станций. Это наш Ижевский завод «Экомеханика». А 4 года назад мы поняли, что для того, чтобы вообще менялось это в логарифмическом масштабе, нужно заняться раздельным сбором. Тогда мы начали еще производить контейнеры для раздельного сбора отходов. Вот видите, на картинке некоторые из них есть. Это вот такая эволюция российского рециклера за 12 лет. Значит, сколько мы перерабатываем? В месяц мы перерабатываем около 2000 тонн отходов вот этих полиэтиленового низкого давления и ПЭТа. В переводе на количество бутылочек это несколько сотен миллионов ПЭТ-бутылок ежемесячно. Столько мы перерабатываем. Вот представьте себе, сколько нужно усилий, чтобы их собрать. Каким образом? Значит, законодательные изменения отрасли мы тоже с вами пропускаем. Все сидящие о них знают. Конечно же, что для эти изменения для нас знают, уже рассказали уважаемые компании, корпорации международные, которые... Значит, я хотел бы остановиться на то, о чем сегодня еще мало говорили, о расширении ответственности производителя. И что для нас, вот как для реальных операторов отрасли, кто занимается сбором, транспортировкой и рециклингом, что важно в этой расширенной ответственности? В том, что появилась необходимость диалога между теми, кто сейчас выступал, ну, например, Unilever, да, например, Tetra Pak, и между нами, потому что до этого существовало две совершенно не пересекающиеся вселенных. Это вот такой богатый и элитный корпоративный мир, там Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola, и вот мы, люди, которые ездят на полигоны и утопают по колено вот там происходит, потому что в основном весь сбор еще 5 лет назад происходил так называемыми вейст-пикерами для телевидения. Это те, кто вручную собирает на мусорных полигонах отходы. И в меньшей степени сортировочными станциями, на сортировочных станциях, потому что их было очень мало до сих пор, недостаточно, и практически отсутствовал раздельный сбор. Это вот были такие две больших и никак не общающихся между друг другом вселенных. Введение расширенной ответственности заставило эти две вселенные, две плоскости наконец-то начать общаться, что очень важно. Почему это важно? Потому что, вот, например, Ирина рассказывала про многослойную упаковку. До того, как выпустить какой-то продукт на рынок и понять, вот, например, баночка, в которой налит холодный чай, вот она обтянута таким непрозрачным чулком. Да? Вот этот чулок непрозрачный, он может быть сделан, например, из ПВХ-пленки, а может быть сделан из ПЭТ-пленки. Стоимость одного и того же практически одинаковая, только вот если он обтянут ПВХ-пленкой, то для нас, как для рециклеров, все, эта бутылка в принципе не нужна. Ее можно выбросить, она пойдет на лендфилл, так называемый, да, на мусорный полигон. Поэтому, когда мы говорим с крупнейшими корпорациями, для которых мы уже сейчас оказываем услуги по самостоятельной реализации расширения ответственности производителя, мы уже говорим, что вот такие-то материалы в России можно найти, их можно как-то отсортировать. А второе, их еще возможно зарециклить, потому что если бутылочка обтянута ПВХ-пленкой, представляете, сколько нужно посадить нам на заводе ручных сортировщиков, чтобы вручную снять вот этот чулочек, да, из ПВХ-пленки. Это вот один из примеров того, какую пользу приносит расширенная ответственность. Очень важно также, что поскольку вот все последние годы заговорили про экологию, вот пример больших корпораций, когда IKEA начинает делать раздельный сбор, да? Когда какие-то акции проходят под, там, Unilever проводил Lipton Good Starter, правильно так называлось, Ирина? Об этом узнают тысячи, десятки тысяч людей. И когда вот обыватели, да, ну то есть мы с вами, наши дети,
родители даже наши, да, пожилые, они говорят, слушайте, ну вот такая компания, которая там, я вижу десятки раз в день по телевизору, она там установила баки, или она говорит о том, что там бросай отдельно и прочее. Это очень важно, что большой бизнес подает пример, понимаете? Все это возвращается рано или поздно к нам, к бизнесу, за счет изменения отношений к отходам у населения. Здесь я хочу сказать следующую важную вещь, тоже связанную с... Давайте уже перейдем к раздельному сбору отходов. Это наши надежды на расширенную ответственность производителя, что это должно принести. И на самом деле они потихонечку реализуются. Значит, вот уровень реализации расширенной ответственности. Что нужно для этого? Для этого нужно собрать, правильно перевести, раздельно перевести, если говорить, что про раздельный сбор, и дальше это нужно все переработать. Да, одним из методов рекуперации, регенерации, или, как правило, это рециклингом. И вот теперь мы переходим во вторую и последнюю часть моего выступления. Это раздельный сбор, по поводу которого сегодня так много говорили. Он очень многосторонен, и почему он так важен? На самом деле, раздельным сбором не наберешь те объемы, которые нужны, например, вот корпорациям для того, чтобы реализовать свою ответственность производителя. Да? То есть собрать 1000 тонн нужной упаковки и затем сделать рециклинг. Но почему очень важен раздельный сбор? Потому что он вбрасывает идею массы о том, что к отходам нужно относиться по-другому. Это самое главное. Здесь я хочу разделить на две вещи, о которых тоже сегодня говорили предыдущие выступающие. Что вот Елена сказала о том, встроена ли это социальная часть, или она встроена в бизнес. Вот наша задача компании, которая реализовывает проекты по расширенной ответственности производителя, это сделать так, чтобы все это вышло на sustainable основу, то есть на постоянную основу. Провели акцию в парке, в школе, в детском саду и так далее. Что после этого произошло? Очень часто мы слышим и видим проекты, которые вот стоит где-то давно уже заброшенный, ржавый, или если пластиковый, то он сломанный контейнер, которым никто никогда не пользуется. Все, что туда собирается, конечно же, раздельно, даже не выносится клининговой службой. Не говоря уж о том, что если это выносится отдельно все-таки, то это потом все смешивается воедино. Раздельно не вывозится и попадает, опять же, или в лучшем случае на мусоросортировочный комплекс, в худшем случае на мусорный полигон. Значит, вот я хочу просто сказать, что наш опыт уже многолетний, да, реализации подобных проектов в университетах, в школах, в домах инвалидов, в бизнес-центрах, да, очень много проектов реализовано с компанией «Сфера экологии» нами совместно. Это сделать это все на устойчивой основе. И для этого как раз вот нужно сотрудничество, опять же, в рамках расширенной ответственности производителя с вами, с бизнесом. Значит, теперь уже ближе подходя к раздельному сбору и комментируя то, что сказал Николай Геннадьевич. По поводу тарифа. Значит, мы, реализовывая проекты по раздельному сбору, я могу сказать, что они у нас на сегодня работают в 16 городах. И в некоторых городах, например, в Твери у нас стоит 600 сетчатых контейнеров ни в одном городе. На втором месте сегодня идет Саранск, компания «Ремондис», у которых стоит около, там, тоже примерно такая же цифра. И вы знаете, кстати, что Саранск занял первое место в рейтинге, да, в России, где самый удобный доступ жителей к раздельному сбору отходов. Но это на жителей населения, в Твери живет больше людей. Так вот, я хочу сказать, что эти проекты в этих городах работают удачно по одной причине. Потому что они встроены в логистические цепочки возящих компаний. А вот поднимите, пожалуйста, руку, кто здесь присутствует сегодня на этом собрании, кто профессионально занимается вывозом отходов из крупных... Есть ли здесь хоть один оператор по вывозу отходов? А ведь все, о чем мы говорим с вами, раздельный сбор, нераздельный сбор, это все кем-то вывозится, да, это миллионы тонн. Все знают про закрытие полигона недавнее, да, какие проблемы столкнулись московские регоператоры. Я просто хочу сказать, что мы говорим с вами про многопоточную систему, про раздельный сбор. Одно из основных проблем, почему раздельный сбор не получается, потому что компании по вывозу, это вот обращение как раз к Министерству природы, они относятся к этому как очень неэкономически нецелесообразные, даже убыточные обязанности, которые вменили госконтракты. То есть если мы с вами все-таки не вот установим этот тариф, который снизит, да, не сделает это выгодным, в том числе для населения, для товарищества собственности, собственников жилья, для управляющих компаний, то это будет вечная борьба между нами, ответственными социальными компаниями, людьми, между компаниями, которые везут вот это огромное количество миллионов кубов мусора, и они будут сопротивляться раздельному сбору. В результате то, к чему мы придем с вами, это, кстати, лучше, чем вообще отсутствие какого-либо сбора, это двухпоточная система сбора. Мы общаемся со всеми вот крупнейшими вывозящими компаниями, управление отходами, Эколайн, Хартия и так далее, Мехуборка, и всем говорим две вещи. Сейчас раздельный сбор – это очень хорошо, и такие вещи, как макулатура, как ПЭТ, как батарейки, они просто позволяют изменить менталитет россиян, по-другому посмотреть на отходы, по-другому посмотреть вот на эти две стороны медали. Но будущее, конечно, в том числе за счет распространения оптической сортировки, это двухпоточный сбор, то есть полезные отходы и неполезные, можно называть это драйвейстом и ветвейстом. И дальше разделение на сортировочных станциях, которые, мы надеемся, на ближайшие 5 лет мы понастроим так, что будет достаточно по всей России этих сортировок. Поэтому разовые акции важны,
потому что они заставляют обратить внимание. Но нужно это все делать на устойчивой основе. И что для этого нужно? Хотя бы частично я сейчас рассказал. Могу показать вот конкретные примеры. Мы, поскольку постоянно делаем статистику отрасли, это вот почему-то здесь нет цифр, это 2012 год, это 2017, 2023, это прогноз, откуда поступали отходы для переработки вот на такие компании, как мы. 5 лет назад менее 1% это был раздельный сбор, и почти половина это была ручная сортировка, то есть это сбор на мусорных полигонах, большие биг-бэги. Значит, на сегодня, по нашим, опять же, данным, исходя из того, что мы работаем с более чем 100 мусоровозящими компаниями, сортировочными, гораздо меньше уже стало ручного сбора, тем более, конечно, вытесняют этих вейст-пикеров с полигонов, как правило, это нелегальный сбор. Уже гораздо больше отходов приходит с сортировочных станций, потому что их количество увеличивается. И в прошлом году мы посчитали, что 4% ПЭТ-бутылок на наш завод приехало, собранных раздельно в Казани, Воронеже, в Твери, в Саранске и так далее. Наш прогноз, что к 2023 году более 10% будет поступать с раздельного сбора и гораздо больше еще сортировочных комплексов. И меньшая часть останется, в основном, кстати, наверное, с нелегальных свалок, если они еще останутся, это будет ручной сбор. И конкретная статистика, да, это примеры вот того, как осуществляется, в какие контейнеры, например, такие модули установлены на трассах госкорпорации «Автодор», которая тоже присоединилась к корпоративно-социально ответственным компаниям. На чемпионате мира, вернее, на Кубке конфедерации по футболу, вы знаете, да, что был обязательно раздельный сбор на стадионах. Я просто хочу поделиться данными, сейчас мы их уже подвели с организационным комитетом. Очень ответственно люди на стадионах относились к состоящим там контейнерам. То есть иностранцы практически все, вот я сам был на двух матчах, обратил внимание, все кидали, значит, в специальные баки для раздельного сбора, которые мы установили. Очень хорошие, качественные отходы мы получили после Кубка Конфедерации. Единственная проблема, что сюда же сбрасывались полипропиленовые стаканчики и коробочки из-под бутербродов, запачканные. Сегодня это уже проблема, сегодня обсуждалась, что потом это достаточно сложно перерабатывать. Это как раз это один из известных уже примеров. Вот здесь приводился пример, как раз Николай Геннадьевич приводил пример компании «Балтика». Вот также я хотел бы сказать, что успешным уже на сегодня можно считать проект компании «Кока-Кола», который мы вместе сейчас осуществляем, в основном в городах чемпионата мира по футболу будущих. Так вот выглядит то, что мы делаем, например, в школах. Мы ставим стенды для раздельного сбора. Все это делается бесплатно. И это именно туда, куда направляются средства, которые могли пойти по экологическому сбору. То есть эти средства не попадают к нам в карман. Эти средства приобретаются контейнеры, которые ставятся, и растет благодаря этому инфраструктура по раздельному сбору отходов в конкретных городах. И также благотворительные акции на постоянной основе. Ими оснащаются школы и вузы. Вот такими стендами, различными баками для раздельного сбора. Это пример того, куда, собственно говоря, могут идти средства экологического сбора, да, на развитие инфраструктуры, сортировки и раздельного сбора отходов. И статистика, вот можно сказать, из первых рук. Вот такие контейнеры стоят в Твери, и когда мы впервые их начали ставить в ноябре и декабре 2016 года, то каждый контейнер такой раздельный собирал в месяц 22 килограмма пластиковых бутылок. Значит, последнее замерение мы делали в марте. Во-первых, количество контейнеров увеличилось, и каждый контейнер начал собирать почти в 3 раза больше. Да? То есть вот внимание жителей города этого, мы считали всегда, что вообще не понесут, не будут кидать вообще в контейнеры. В 3 раза больше жители стали в одном и том же дворе собирать в такой же точно контейнер пластиковых бутылок. Что это значит для нас, для рециклеров? Это то, что если мы получаем сырье, собранное для по раздельному сбору или собранное на мусорном полигоне и даже на сортировочной станции, то коэффициент выхода потом, то есть сколько внутри привезенного к нам сырья находится вот того самого ПЭТ или ПНД, значит, при раздельном сборе это 75% полезных фракций, если это собрано на полигоне или если это собрано на сортировочной станции, на конвейере, то это 65-68%. На самом деле это 7-8%, это и есть вся наша экономика. Вот в этих процентах заключается и плюс, или минус работы рециклинговой компании. Это, наверное, я уже пропущу. Просто хочу сказать, что в случае правильного осуществления проектов по расширенной ответственности производителей выигрывают все службы большой корпорации. И те, кто занимается корпоративной социальной ответственностью и закупками, и экологи, и те, естественно, кто занимается связями с общественностью и связью с правительственными органами. Все, спасибо за внимание. Извините, что, может быть, немного долго. Постарался еще прокомментировать многие ваши правильные утверждения. Спасибо большое, было очень интересно. И вы с нас не взыщите строго, что кого-то, может быть, мы не пригласили. Это тоже наша зона роста. Они могли бы и не прийти, кстати говоря.
Да, но мы пригласили много коллег из Московской области, они присутствуют на нашем заседании, да, и, возможно, в формате реплики также чуть позже выступят. Павел Еремин просил микрофон, уж не знаю, как модератор кивнул головой, значит, можно передать микрофон. Здравствуйте, Павел Еремин, компания «Прескорб». У меня вопрос к последнему, Константину. Последнему спикеру, да, я хотел сказать, да. А вот такой вопрос. Я живу в доме с раздельным, собственно говоря, да, сбором мусора. Мы обязали управляющую компанию предоставить нам эти услуги. Вопрос следующий. А с кем управляющая компания заключает? С вами или с перевозчиками? Вот как вот это вот регулируется? Вы, видимо, как раз тот слайд и... того вырезали, мягко. Уже у нас такой формат встречи префекта Северного округа с населением, да. Тоже очень даже неплохо. Это очень важный вопрос, отвечу максимально коротко. Управляющая компания может выбрать, если текущая возящая компания, с кем заключен контракт, отказывается это сделать, она может, например, обратиться в ту же сферу экологии. Сфера экологии тогда будет увозить раздельно собранные отходы, да. Спасибо. Спасибо. Так, ну, Юлия Грачева. Это, значит, Экологический союз Санкт-Петербурга. На самом деле компания, которая пришла с подарками. Перформанс, да. И компания, которая обеспечивает экоаудит. Да? Правильно я это? Да. А где кликер? Что нужно? Кликер, микрофон, все отойти. И микрофон обязательно. А вот. Вообще очень правильная у нас традиция создается, да, чтобы все приходили с подарками. Такое некое поле чудес. Эко-подарки. Здравствуйте, уважаемые... Сейчас разберусь. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здесь вот много мы говорим о раздельном сборе отходов. Я бы немножко с другой стороны еще хотела зайти на эту проблему. Вот Ирина озвучивала, что в первую очередь, да, для того, чтобы было меньше отходов, нужно учитывать это при производстве продукта. То есть, когда мы говорим об отходах, это часть циклической экономики, и, собственно, все начинается с экодизайна. То есть экодизайн как не просто красивое что-то, да, создать, а создать такой продукт, который при своем производстве затратит наименьшее количество ресурсов. Соответственно, отходы от производства будут сданы на переработку, упаковка будет соответствующим образом устроена, да, ее будет минимальное количество и так далее. И сам продукт прослужит как можно дольше и дальше тоже пойдет на переработку, ну, если мы не говорим о пищевой продукции. Вот. И, собственно, здесь очень важную роль играют те стандарты, по которым бизнес устраивает вот этот свой производственный процесс в целях сохранения природных ресурсов. И второй вопрос, который здесь затрагивался, как же нам заставить маркетологов, потребителей выбирать тот бизнес, который действительно вот эти все моменты в своем производстве учитывает. И вот это то, чем мы занимаемся, собственно говоря, это инструмент, который называется экологическая маркировка. Достаточно распространен уже во всем мире. Вот здесь у меня есть слайд, показывающий количество различных экологических маркировок. Это только первый тип, то есть те, которые учитывают жизненный цикл продукта. В каждой стране, собственно, есть программа, и чаще всего это программа, которая поддерживается Министерством природных ресурсов той страны, где это происходит. И она направлена на то, чтобы поддерживать тот бизнес, который производит экопродукцию. И почему экомаркировка? Потому что это тот значок, который потребитель видит на упаковке, и у него, соответственно, он смотрит не на то, какая красивая эта упаковка, а он смотрит на экомаркировку. Вот, например, продукция компании Unilever, да, у нас здесь присутствующий. Но это, к сожалению, не та продукция, которая продается в России, это продукция, которая продается в Скандинавии. Потому что в Скандинавии практически все потребители, они уже выбирают именно экомаркированный товар, и это для них является критерием выбора. И в магазинах Швеции, например, там более... Ну, до 100% доходит в магазине доля экомаркированной продукции. То есть другая продукция, она просто не закупается ритейлером, либо закупается, но ставится на такие полки, где она не будет покупаться. И это, естественно, не... Ну, таким образом у нас производитель, он регулируется самим покупателем. То есть покупатель выбирает товар с экомаркировкой, и производитель должен соответствовать этим критериям.
Второй участник в этом процессе — это государство, потому что закупая в своих государственных закупках товары, соответствующие экологическими характеристиками, и это в том числе может быть требования по наличию вторсырья, требования по упаковке, да, и многие другие, государство таким образом будет стимулировать производство таких товаров. И я знаю, что в этом году очень активно ведется работа. Мы в том числе принимали участие в изменении постановления правительства Москвы 2011 года о расширении экологических критериев для закупок ряда товаров к различным группам продукции. Сейчас эти предложения, они обсуждаются на уровне открытого правительства и будут предложения в правительство по внедрению. Потому что в 2011 году постановление приняли, но фактически никаких следов того, чтобы в закупках действительно этого использовалось, ну, практически не было найдено. Да, мы проводили это исследование совместно с Высшей школой экономики. Если говорить о стандартах, собственно, мы в том числе занимаемся тем, что разрабатываем стандарты для разных групп продукции по жизненному циклу. И в том числе, если говорить об отходах, то для различных отраслей в стандарты закладываются требования как по упаковке, как по правильному дозированию, по информации для потребителя и также по доле перерабатываемых отходов на производстве. Вот. То есть, конечно, да, 0% отходов — это фактически нереальная ситуация. Можно сделать 0% на захоронение, но всегда будут те отходы, которые идут на обезвреживание. Это, собственно, все равно не совсем, да, полный цикл. Немножко о разных отраслях. Вот, например, средства для уборки. Вот жизненный цикл средств для уборки, он в том числе включает в себя не только различные требования к составу сырья и так далее, но и требования к упаковке. И вот когда мы разрабатывали стандарт для чистящих, моющих средств, у нас в том числе, естественно, эти критерии вошли в требования стандарта. И наша сертифицированная, например, продукция BioMio компании Splat, она в том числе имеет в своей упаковке, да, ну, вот эти все требования, да, они выполняются. По содержанию вторичного сырья, наличию FSC-сертификата, вот Tetra Pak тоже имеет, я знаю, FSC-сертификат, да, то есть это то, что позволяет по полному жизненному циклу раскладывать требования по отходам. В том числе, естественно, на производстве. То есть вот график, да, показывающий, и так мы делаем по каждому лицензиату, то есть можно в течение времени отследить, насколько компания внедряет свои технологии, ресурсосберегающие и способствует увеличению количества перерабатываемых отходов производства. По стройке и ремонту, конечно, здесь более сложная цепочка, потому что это тот материал, который мы не съедаем, который мы не выливаем в раковину, он у нас лежит очень долго. И, конечно же, для сокращения, то есть это то, что называется в первую очередь, для увеличения жизненного цикла товара, да, необходим увеличенный срок службы. И увеличенный срок службы закладывается в критерии по экомаркировке. Естественно, те компании, которые думают о том, ну вот тоже, да, здесь говорили про повышенную ответственность производителя, то есть те компании, которые включают в свой производственный цикл переработку своих же отходов, даже если это сложные отходы, да, вот такие, например, как линолеум, то это тоже является такими интересными технологиями. Да? Вот, например, наш лицензиат Таркет, он на своей фабрике в Самаре использует производство каландрового полотна из отходов своего же, из брака линолеума, и также от отходов, которые поступают из магазинов. И, собственно, часть их продукции, она содержит в себе вторсырье. То есть действительно хороший пример, потому что отход линолеума — это очень сложный отход, и с ним нужно, соответственно, обращаться определенным образом. А здесь вот на этом графике представлено по нескольким нашим лицензиатам тоже мониторинг доли перерабатываемых отходов за несколько лет. То есть наблюдается рост, и это то, что мы фиксируем, это то, с чем работают компании. Когда мы проводим экологический аудит на производстве ежегодный, то эти показатели обязательно фиксируются, то есть сколько отходов перерабатывается, ищутся новые подрядчики для переработки, и все это учитывается при оценке жизненного цикла, при сертификации.
И последние вот радостные слайды по поводу коммуникации для потребителя. Я расскажу о двух инструментах. Это первое мобильное приложение «Кополка», где мы, собственно, собираем различные эко-маркировки и те товары, которые имеют сертификаты. То есть здесь можно найти продукцию тех производителей, которые сертифицированы. Его можно скачать на Android и iOS по слову «Кополка». Можете попробовать. И наши такие вот брошюрки, здесь я немножечко привезла, кому интересно, могут взять здесь по отраслям, по 5 основным отраслям: косметика, бытовая химия, стройка, электроника. Собраны советы, как выбрать экотовар, который будет безопасен по всему жизненному циклу. Вот, спасибо за внимание, и я очень надеюсь, что подход к жизненному циклу, целостный подход, позволит нам уменьшить количество отходов еще на стадии того, когда мы их только начинаем созидать. Спасибо. Ага. Мне тоже очень понравилась последняя картинка в презентации. Наш президиум микрофон, да. Да, мы вырываем микрофон друг у друга. Для того, чтобы у нас осталось больше времени на дискуссии, я сразу передам слово Ане Сычевой, руководителю направления устойчивого развития «Оптиком». Добрый день. А можно кликер попросить? Наверное, он у Юлии, да? Ага, спасибо. Добрый день, коллеги. Меня зовут Анна Сычева. Я представляю компанию «Оптиком». Я здесь с моей коллегой Кристиной Назаровой. Расскажу о нашем новом проекте. Называется он «Бумаговорот». Это проект по вывозу макулатуры из офисов. Ну, об «Оптикоме» действительно так же, как и об экотехнологиях, не очень много знают, потому что нас тоже не показывают по телевизору. Мы работаем в сегменте B2B. «Оптиком» — это производитель и поставщик упаковки расходных материалов для бизнеса. Мы на рынке уже 18 лет, у нас более 6500 клиентов, ассортимент товаров более 16 тысяч, и в том числе у нас есть экологичная линейка. И вообще «Оптиком» — это одна из немногих российских частных компаний, у которых есть экологическая политика. И сегодня мы поговорим только о небольшом ее аспекте, это сбор макулатуры. Мы уже много лет собираем как картон, так и бумагу у себя в офисе и на производствах, и на складах. И хотели эту практику транслировать нашим клиентам. Но долгое время этого сделать не получалось, потому что в офисах, например, бумаги образуется достаточно мало. И вот рынка вывоза макулатуры в небольших объемах, его сейчас практически нет. И оказалось, что основная проблема в этой ситуации — это логистические расходы. Слишком много компаний, заготовители тратят на вывоз макулатуры от клиентов. У нас собственный автопарк, больше 100 автомобилей различной тоннажности, и мы решили, что мы можем этот пробел, эту проблему решить. И запускаем вот этот проект «Бумаговорот». В чем он заключается? Заключается он в том, что мы устанавливаем у клиента вот такие вот накопители картонные, они примерно метр высотой, такие картонные коробки, после чего проводим инструктаж с сотрудниками клиента, объясняем, какую бумагу имеет смысл собирать, а какую нет. Ну, например, вот чеки или там картонные втулки, они не перерабатываются сейчас, в то время как офисная бумага или газета прекрасно перерабатываются. Клиент начинает собирать макулатуру в эти накопители. Когда они заполняются, он звонит нам, своему менеджеру, и сообщает, что макулатуру нужно вывести. Тогда приезжает наша машина, она привозит клиенту заказ, и, ну, допустим, какие-то расходные материалы для офиса, и тут же забирает макулатуру. Таким образом, мы, во-первых, снижаем затраты на логистику, а во-вторых, мы снижаем выбросы парниковых газов, которые образуются при сжигании топлива. Для клиента это удобно, потому что мы забираем даже небольшие объемы макулатуры, и также он снижает свои затраты на вывоз отходов, потому что макулатуру в этом случае, ну, мы забираем у него бесплатно. Сейчас к нам уже обратилось там порядка 10 компаний, хотя мы только запустились вот в июне, и уже есть отклик от бизнес-сообщества, есть интерес. Если там у вас тоже есть желание там задавать макулатуру, мы тоже будем рады
обсудить сотрудничество. И в целом мы думаем, что нам таким образом удастся вот этот вот сегмент офисной макулатуры хотя бы там частично охватить и все-таки начать ее передавать на переработку, а не отправлять на полигоны, как это сейчас повсеместно и происходит. Ну, если будут вопросы, то, наверное, в дискуссии или после. Угу. Хорошо, что ты не слышал. Если бы передавали микрофоны, кто-то нам помогал бы вот здесь в постоянном режиме бы. Да, у нас есть вопрос уже один, да, пожалуйста. Да, даже два вопроса. Хорошо. Да. А я, наверное, давайте буду отвечать, слушаем, да? Микрофон. Да. Анна, спасибо за выступление. Анастасия Герасимова, компания КПМГ. Мне очень интересно то, о чем вы рассказали, потому что это то, что я бы хотела реализовать у нас в офисе на наших 10 этажах Москва-Сити. Ну, мой первый вопрос. Обязательно ли с вами договор на поставку бумаги? Да, отвечаю сразу. Да, это обязательно условие устойчивости проекта. То есть мы это закладываем в наши финансовые расчеты. Пока что не получается это сделать по-другому. Если альтернативный вариант, как это можно было бы сделать, это если вы накопите достаточно большой объем, вот Кристина может сказать, какой именно, наверное, ориентировать. Хотя бы 300-350 килограмм я для трансляции. Да, то есть объем должен быть существенным для того, чтобы это покрыло наши издержки на логистику, потому что они, тем не менее, есть, просто они ниже. Услышала, спасибо. И второй вопрос. Встает ли у вас вопрос, извините за тавтологию, с клиентами о конфиденциальности информации на бумаге, которую вы собираете? Мы, например, собираем только в Iron Mount, только потому что они гарантируют, на аудиторская компания, да, очень много клиентской информации, они гарантируют безопасность этой информации. Спасибо. Да, во-первых, мы, разумеется, предоставляем, это называется акт, да, конфиденциальности. Вот Кристина. Кристина, поскольку ты один из немногих людей в этом зале, кто помнит меня с волосами, ты бери этот микрофон, не стесняйся и... Да, смотрите, работала в компании, которая занимается переработкой макулатуры, и очень часто видела там коробки архивных организаций, которые привозят, конечно же, их напрямую. Вот. Они прекрасно понимают, что эта макулатура никуда не денется, потому что предприятия-заготовители перерабатывают ее, обрабатывают водой, смешивают с другими марками макулатуры, и... Если они туда ее привозят, то уже как информацию воспользоваться невозможно. Да. Ну, они скидывают ее на ленту, на сортировочную, где уже бумагу поливают. Поэтому мы предоставляем нашим клиентам договор с компанией-заготовителем, предоставляем все необходимые акты об утилизации, где написано, что от вашей компании принята макулатура в таком-то размере. Она была шреддирована, но там шреддер единственное, что без класса... конфиденциальности. Он технический. Она шреддируется, но там технический шреддер, ну, в два раза вот лист А4 рвется в нем и все. Я боюсь, что это может вызывать вопросы, да? То есть, если в офисе шреддируют бумагу, то она точно так же прекрасно идет на переработку. Да, это у нас реализовано. Но не все туда опускают. Ну хорошо, спасибо. Ну, то есть это уже вопрос работы с сотрудниками, да. То есть переработать ее не проблема. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы? Ирина, у меня к вам вопрос, наверное. Дело в том, что мы, поскольку у нас... общаемся с нашими коллегами из Европы, и у них сейчас очень активно практикуется магазины, которые без упаковки. Вы упоминали в своем докладе вопрос, что это проблема, да, переработки упаковки, бла-бла-бла и так далее. Насколько вообще возможно и думать в нашей территории, наверное, в России, что у нас появится какая-то история, что упаковки не будет вообще? Припомнить, где у меня было бла-бла-бла в докладе, и где там было про без упаковки. Нет, я, честно говоря, ничего такого не знаю, готова проверить эту информацию. И пока, мне кажется, мы вообще очень далеки от этого. Давайте начнем с того, о чем вот как раз Николай говорил, о чем мы все говорили, и у Константина это неоднократно звучало, что, в общем, раздельный сбор, полная инфраструктура для начала. Я, в принципе, могу сказать, что какая-то, наверное, продвинутая часть населения потихоньку начинает понимать, что лишняя упаковка...
Ну, она у нас где? Она у нас в премиальном сегменте, правда, в большей степени. Ну, любит у нас в премиальном сегменте там дополнительные там, 3-4 коробки накрутить, там, значит, дополнительные, да, какие-то, ну, не прокладки, простите, а какие-то другие, значит, бумаги там и прочее. Как в Японии, знаете, в свое время, когда я там в 90 в каком-то лохматом году приехала, я была удивлена тем, что там каждую картофельную запаковывали в пластиковую, как бы, ну, просто в пластик. Она помытая, она почищена, она уже совершенно не может никогда, наверное, храниться, я не знаю, там, но она вот уже упакована индивидуально. И нас заставили потом, у нас кондитерская отрасль тебя перешла на индивидуальную упаковку, мороженое у нас все идет в индивидуальной пластиковой как бы упаковке, хотя в Советском Союзе этого не было, и мы все прекрасно помним, как и чем набиралось мороженое и откуда, да, и какими-то поварешками или там ложками, разогретыми в горячей воде, накладывалось, и как бы, в общем, ну, никто не умер, там, умирали, наверное, от другого. Вот, поэтому... Наверное, какая-то продвинутая часть населения потихоньку понимает, что это лишнее, это от лукавого. И, наверное, мы готовы сегодня, я готова прямо сейчас, когда мне что-то привозят там из интернет-магазина, отдать немедленно им всю упаковку, она мне уже не нужна. Но никому не нужны уже жестяные банки, которые там, не знаю, в советское время мы коллекционировали, хранили, там, или там, не знаю, баночка из-под йогурта из Канады, которую там папа привез из морей, это было супер круто, и надо было ее сохранить на полке там на 10 лет. Национальный комитет ностальгии. Можно было обмениваться, да, давайте об этом. Ну, возраст такой уже, ты понимаешь, только вот о прошлом сейчас начнем, да. Вот, никому это не надо, никто не забирает. Меня страшно оскорбляют сегодня поставщики питьевой воды в больших 5-литровых упаковках, которые их не вывозят. Я считаю, что их не должно быть на рынке. Ну, потому что, ну, ребята, это чистая пластиковая тара, которую вот привезли мне, вот там, не знаю, 20 этих там упаковок. Заберите, пожалуйста, предыдущие. Сейчас я вынуждена сама решать эту проблему. Там муж куда-то их отвозит, вот именно ту, где ее забирают. Она же чистая, ее даже мыть не надо. Но эта проблема не для всех решена. Не у всех просветлела, и не все такие социально ответственные, чтобы просто, поскольку мы на контракте, забирать из домохозяйства эту отработанную упаковку. Поэтому сейчас говорить о том, что сейчас вдруг появится что-то совсем без упаковки, или ну, дискаунтеры, там ну, почти совсем пришел с кошелкой, насыпал картошки. В Ашане, например, есть, про молоко. Есть, да, раздел, где можно вот. Молоко. Вот эти... Холщовые сумки, которые да. Вот сейчас у нас другой перекос, давайте от пластиковых пакетов, все сейчас уже обвесились холщовыми сумками, сколько Unilever выпустил со своим логотипом холщовых, у каждого бренда они есть, безусловно, нам, наверное, тоже столько не надо всем, мы как-то вот у нас какие-то метания и качания, поэтому я не готова совершенно сказать, когда в России мы придем вот к этому, к этой степени просветления, честно. Кому дать микрофон? Коллеги, да, у нас есть возможность для небольшой дискуссии сейчас здесь, пока мы в ностальгию не совсем ушли, все-таки, я думаю, наш комитет по экологии, он про будущее, да, в целом. Да, поэтому он в целом про будущее. Так, коллеги. Да, видимо, промежуточные вопросы закрыли все. То есть мы сейчас не можем обсудить, как зарабатывать на мусоре, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Можно, в принципе, перейти, наверное... Наверное, к Николаю. То можно последний вопрос задать? Ведь с макулатурой же решили эту проблему с индивидуальным сбором. И можно платить теперь тем, кто индивидуально собирает макулатуру. Сборщики это могут делать, нет? Они на самом деле, же? Можно я вот вернусь к предыдущей теме? По поводу пластика, который стоит, наверное, отменить. Наверное, со временем мы к этому придем, несомненно. Вот. Но пока все-таки стоит идти именно по этому пути, по, так сказать, сумкам, которые можно много раз использовать, вот, поскольку это сокращение пластиковой упаковки пакетов как минимум в несколько раз. Вот. Ну, то есть вполне себе такие простейшие лайфхаки, и, кстати говоря, их довольно много. Я думаю, что вот если к коллеге из Экологического союза Санкт-Петербурга обратиться, наверняка в ее буклете все это есть. То есть уже придуманы все простейшие, так скажем, самые простые меры, которые позволяют сформировать, ну, более-менее экологически ответственный образ жизни в быту, так сказать, в офисе, и с этим проблем никаких нет. Вот. И тут говорилось также о
проблеме закупок экологических и экологической маркировки. Да, это очень серьезная история, она действительно работает в большинстве стран. У нас национальных маркировок на самом деле на сегодня немного. У меня был небольшой опыт, когда мы делали кодекс экологической закупки в корпорации «Алимстрой», и я помню, что мы просто-напросто не нашли ни одной маркировки, которую на тот момент, соответственно, формировали российские компании. У нас все были иностранные маркировки. Вот, хотим ли мы этого, я не уверен. Да. Но в любом случае, все-таки это та сфера, наверное, вот та ступенька, на которой все-таки уже начинается не регулирование со стороны государства, а все-таки некая рекомендательная форма. А дальше рынок уже должен каким-то образом сам это регулировать, создавать инструменты, формировать модели бизнеса, да, которые позволят на этом зарабатывать, в том числе за счет нормальной процедуры. Ну, та же маркировка, если ее взять, да, это достаточно кропотливая, большая, серьезная работа, которая предполагает контролирование всей цепочки от начала производства, ну и так далее. То есть, собственно, я думаю, что этот рынок у нас тоже возникнет, но, наверное, мы не будем ждать этого вот прям в самое-самое ближайшее время. Хотя, с другой стороны, вот со своей стороны, мы об этом неоднократно говорили, сегмент, ну скажем, государственных закупок, да, он может регулироваться, для этого у нас все есть, и мы сейчас, собственно, там, в том числе и думаем о том, чтобы вот такого рода вещи внедрять. Но главное — понимать инструментарий, потому что, опять же, самый правильный инструмент при экологических закупках — это две вещи, которые связаны в одно целое, это все-таки маркировка. Вот, потому что определить, какой продукт является экологически более качественным, а какой нет, мы вот так навскидку никогда не скажем, не имея этого инструмента. И еще мне понравилась одна фраза, я не помню, кто ее сказал, по-моему, вот вы. Да, вы сказали по поводу качественных отходов. Да, вот мы все должны прийти к тому, чтобы отходы у нас были качественные и чтобы у предприятия было достаточно, ну, скажем так, отходов в виде сырья, которым можно загрузить предприятие, планировать экономику. И здесь, наверное, может быть раздельный сбор, в том числе среди потребителей, среди сегмента ЖКХ, многоквартирных домов, должен быть чуть-чуть впереди. На самом деле, ничего страшного в этом я не вижу. То есть это ровно возможность наладить потоки отходов, которые, собственно, смогут загрузить предприятие. Наверное, вот так. У нас не появился вопрос за это время. А, ой, ой. Ну, мне кажется, мы просто должны... Да, давайте вот так. Добрый день, меня зовут Маша Павел. Я представляю новостной портал JAR News «Между бизнесом и властью». Всем еще раз большое спасибо за очень информативное заседание комитета. Но хотелось бы уточнить некоторый вопрос. Наверное, у меня все-таки не вопрос, а предложение. Какой-то результат все-таки нужно вычленить, да, из нашего сегодняшнего мероприятия. И раз уж представитель власти федеральной здесь находится, да, федеральный орган исполнительной власти, мы должны, наверное, разработать, вы в первую очередь должны разработать, перечень каких-то, наверное, рекомендательных положений по развитию как раз инфраструктуры, возможно, каких-то нормативно-правовых актов и так далее, для того, чтобы потом бизнес-сообщество, да, могло выйти уже консолидированно со своей позиции через какие-то коммуникационные площадки. Спасибо большое. Или еще? Нет. Продолжайте, да. Коммуникационные площадки, дабы не просто через пресс-службу обращаться уже, да, с ФАИУМИ и региональными органами исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти. Да, хорошо. Ну, а выйти уже консолидированно, то есть на федеральный уровень, на региональный, и заявить о своих предложениях, а не просто как бы здесь обсудив в узком кругу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за такое предложение. Я думаю, именно для того, чтобы наш круг был максимально узким, мы сегодня «Комсомольскую правду» с прямым эфиром-то и пригласили, безусловно. Ну, а кроме того, на самом деле, выражая сегодняшней терминологией, мы, безусловно, вместе с коллегами, вместе с спикерами и ответственным секретарем нашего комитета госпожой Савельевой, мы высортируем из нашего обсуждения какие-то основные пункты, да, и, наверное, мы через несколько заседаний придем к этим рекомендациям. Я думаю, это наша зона роста, безусловно, мы к ней придем. Да, сейчас, секунду буквально. Я просто хочу добавить, что действительно мы именно поэтому говорили все это заседание о том, что о рекомендациях. Мы не хотим жестко это формулировать, что мы должны выйти отсюда с рекомендациями, потому что мы не комитет при Госдуме, слава тебе, Господи. Не могли бы. А тем не менее, Николай, в первую очередь,
на предыдущем как раз заседании, и сразу после этого, мы когда обсуждали сам этот комитет, саму эту тему, мы говорили о том, что МПР, Министерство природных ресурсов, крайне интересно знать позицию бизнеса для того, чтобы со своей стороны вот эту коммуникационную площадку обеспечить, для того, чтобы делать это не как часть процесса работы самого министерства, но и учитывать здесь бизнес. Здесь не просто, ну, конечно, мы очень приятная компания для того, чтобы посидеть и поговорить, но тем не менее, мы, в общем-то, сегодня достаточно много сделали для того, чтобы обменяться в корректной форме тем, что нас интересует и что нуждается в изменениях и в доработках. Спасибо за предложение. Так. Вот там у нас. Да. Московская область. Спасибо. Я Зоя Шаргатова, представитель политической партии «Альянс зеленых». И вот в своем вступительном слове, Николай Геннадьевич, вы как-то, может быть, несколько, с моей точки зрения, опрометчиво сказали, что мы провели реформу отрасли переработки отходов, но с моей точки зрения мы только приступили к этой реформе, и, собственно, закон об обращении с отходами сейчас уже стоит как раз перед необходимостью существенных изменений. И я нагоню немножко, наверное, ужаса, потому что вот коллапс с мусоропереработкой, о котором мы говорили, что он вот-вот наступит, он фактически уже наступил. С закрытием полигона Балашихи, Кучинского полигона, сейчас вот мусоровозы стоят на других оставшихся полигонах по 8-10 часов для того, чтобы разгрузиться. То есть вот эти 8-11 миллионов тонн мусора, которые Москва ежегодно сгружает в Подмосковье, они уже все. Это край, это черта, и дальше уже, как говорится, так жить нельзя. И в связи с этим я с большим интересом послушала, что бизнес очень много работает с населением, но все-таки это не так заметно. И, конечно, нужны серьезные государственные меры, государственные программы именно работы с населением, с нашей точки зрения. Ну, скажем, вот московские власти много лет сопротивляются программам раздельного сбора мусора, причем целенаправленно сопротивляются, все время доказывают, что население не готово, население не будет собирать, это бессмысленно. И это абсолютно в корне не так. Население уже готово. И могу приводить примеры. Там в своем районе Дорогомилово мы устраивали раздельный сбор пластика, и люди с удовольствием этим занимаются. И в Покровскую-Стрешневу в парке носят далеко из жилых районов в установленные разноцветные баки раздельный мусор. Но, и тут я с Константином Розаевым поддержу, нет системы раздельного вывоза. В том же парке Покровская-Стрешнева звонят люди, говорят нам, работники парка, говорят, что все сваливают в один мусоровоз. Правда ли это? То есть на корню этот энтузиазм населения еще и рубится. То есть, опять же, так поступать нельзя. И без, еще раз повторю, существенной государственной поддержки, пропаганды раздельного сбора, вложений в раздельный сбор, это с мертвой точки не сдвинется. Вот хотелось бы услышать мнение ваше, Николай Геннадьевич, на эту тему. Спасибо. Можно я сразу вмешаюсь? Просто попрошу вас также эти рекомендации направить на ответственного секретаря, потому что они... Да, вот она рукой как раз сейчас сделала. Спасибо большое за вопрос. На самом деле мы с Александром Закандыриным эту тему тоже обсуждали. Действительно, мы вообще... Понятно, что совершенствование законодательства — это не какой-то акт единовременный, да, это процесс, который, естественно... порождаемые новые решения, они требуют какой-то доработки, доводки, и это всегда будет происходить. Принципиально сегодня условия для, ну, собственно, условия для того, чтобы мы сегодня это обсуждали, они очевидно созданы, и есть примеры, не, на самом деле довольно многочисленные, когда эти практики появляются. По поводу раздельного сбора отходов я с вами соглашусь, да, действительно, его нужно стимулировать. Вот, но мы понимаем, что у нас в одночасье не появится перерабатывающей мощности, или вы хотите, чтобы государство занималось переработкой, и чтобы мы, соответственно, увеличивали тариф для граждан за счет того, что... То есть сюда должен прийти бизнес, это должна быть система, которая работает на условиях все-таки доходности этого бизнеса, превратить отходы в доходы, об этом речь. Поэтому, наверное,
мы создали условия, а дальше все-таки мы надеемся на то, что зеленый бизнес придет в этот сегмент и начнет работать. Это уже происходит по многим группам товаров. Вы знаете, что у нас, например, лом цветного металла, который запрещен к захоронению, будет, мы планируем запретить к захоронению, он у нас достиг 98%. Реально. То есть то же самое происходит постепенно с резиной, да, с шинами, то же самое происходит с бумагой. Ну, то есть я к тому, что как только рынок и бизнес видит нишу для себя, где можно построить там нормальную бизнес-модель, он туда придет. Вот, собственно, законодательная оболочка для этого, она создана. Вот мы в этом смысле продвинулись. Вопрос более сложный, он касается как раз сегмента ЖКХ. Это ответственность наша совместная с Минстроем, но я думаю, что как бы понимание общее есть, чтобы по этому пути двигаться. И у нас была развилка, мы долго обсуждали историю, связанную с, собственно, с запретом на захоронение. И сегодня Минстрой нас поддерживает в этом. У них была альтернативная точка зрения. И поступательно, постепенно запрещая захоранивать те или иные виды отходов, мы, естественно, возвращаем их в оборот, и они попадают, собственно, на рынок в виде сырья, который будет перерабатываться. Вот, собственно, наверное, так. Спасибо. И последний вопрос. Филипп Моррис, Евгений, вы как-то давно уже озвучивали, что есть. Ну, у нас была проблема следующая. У нас много филиалов по стране. И... Да, это ваша проблема. Это моя проблема, да. И по текущему законодательству мы в этих филиалах должны делать проект ПНООЛР, проект на образование отходов, получение лимитов на их размещение. Малый и средний бизнес этого удовольствия лишили, к счастью. Вот. А мы не являемся ни малым, ни средним, мы вынуждены это делать. Вот. Мы хотели бы, чтобы как-то какие-то законодательные, на законодательном уровне, либо это скинули с нас, вот, если это не производство, это если офисное помещение, куда приезжает там, специалист раз в день или раз там, в неделю, по-разному происходит. Либо чтобы это делал арендодатель, потому что это все арендованные офисы. Вот. Либо мы этого не делали вообще, потому что на самом деле для того, чтобы сделать там, по 100 филиалам этот проект, это, ну не знаю, надо целый отдел создавать людей, кто этот процесс будет двигать. Либо мы будем нарушать текущее законодательство. На самом деле, вы анализировали, какой-то бенчмарк проводили, как делают это другие табачные компании? По-разному. На самом деле, ну, я не могу вам сказать, что мы готовы обсуждать вообще тему освобождения от ответственности, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации. Конечно, нужно обязательно это делать. Вопрос в том, что, может быть, действительно можно как-то подумать о том, чтобы вот в том случае, если помещение арендуется, да, то как бы ответственность в этом случае нес арендодатель. То есть, ну, я не тот человек, который вам сходу на этот вопрос ответит. Вам нужно сформулировать. Я согласен, это логично, эту проблему, потому что да. Арендодатель, он сдает нескольким компаниям, у него много этих компаний, у него контракты с там, клинерами, там, с утилизаторами и прочими людьми. Вот. А у нас нет никаких договоров. У нас в лучшем случае есть какой-то пункт в договоре аренды, что там уборку производит и вывоз мусора производит арендодатель. И мы вот создаем там за 30 тысяч рублей в каждом вот этом филиале проект ПНОЛР, платим там непонятным людям, собираем там кучу бумажек, там все там начинают там приказы о назначении генерального директора, создаем там целый этот пакет, вот такую пачку бумаг, это передаем. Ну, я понял, да. Наверное, это можно рассматривать там какую-то форму административного барьера. Можно это. У МПР было письмо, разъясняющее отношения арендаторов и арендодателей. Позиция МПР не поменялась. И поверьте, мы как арендодатели эту проблему решаем. Можно обменяться контактами и подумать, как это для вас решить. Прекрасно. А делаем ли мы это вообще? Я могу тоже. Может быть, мы как раз переговоры ведем с собственником в таком ключе, чтобы он занимался как юрлицо своими прямыми обязанностями. Я не знаю, я сейчас не готова. Я, насколько знаю, мы просто вот сертификацией офисов занимаемся, когда у нас есть требования в стандарте по соответствию законодательству. Если у вас в договоре с арендодателем прописано, что ответственность за вывоз ваших отходов несет арендодатель,
то все, как бы, никаких проблем у вас нет. То есть вы паспорта? Нет, у нас, смотрите, я понимаю, там есть еще вот с инвосом оплата негативного воздействия. Вот. А, да, если это есть в договоре с арендодателем, то там, конечно же, проблем нету. Вот. Но мы общались с нашими юристами, с нашими там наемными экологами. Вот. Они нам все... Они, ну, консультантами-экологами, кто занимается более глубоко этим процессом. Они просто не курят, Евгений. Я тоже не курю. Да, а вот это мы сейчас без микрофона все проводим, да. Мне кажется, что это прекрасное, вот тот самый момент, когда понятно, что комитет имеет не только возможность обсуждать проблемы, но еще и обменяться информацией и внезапно решить проблему, которая, в общем-то, стояла в начале комитета, а сейчас уже как-то есть проблеск света. Не, ну мы, конечно, видим там некоторые пути решения этой проблемы, естественно. То есть там, например, перезаключить договора с арендодателями, угу, там и прочее, прочее, прочее. Но это тоже процесс, который, может быть, будет стоить там дороже, чем этот проект сделать в итоге, понимаете? Вот. Ну, конечно, единый. Поэтому здесь получается как бы такая дискриминация с точки зрения отношения к большому бизнесу, когда... Малый и средний бизнес этого вообще пнул, от них отключили, а большой бизнес должен это делать. Либо как вариант делать, например, один проект там, не знаю, на всю страну, на все филиалы. Типовой. А? Не, несправедливо, когда арендодатель малый бизнес. Ну, то есть здесь как бы решения, варианты должны быть разные. Ну, как-то... Мы на самом деле выходили с инициативами через РССП. Вот. Да, 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 да. То есть мы там, да, там часть своих проблем экологических мы выносили на тот уровень. Спасибо. Мы, Анастасия, мы должны тоже этот вопрос сейчас записать, и потом, может быть, мы переуточним. Все записывается. Да, да, пожалуйста. Последний, вот теперь совсем последний вопрос. Знаете, как это? Там небольшая задержка, не переживайте. Это Яна, она хотела пояснить. Дайте микрофон руку, действительно. Вот именно поэтому я вот всегда переживаю, когда задержка. Но это наша тоже зона роста, поэтому ничего страшного. Да, пожалуйста, надеюсь, заработала. Да, заработала. Хотела пояснить вопрос Евгения. Во-первых, по плате за негативное воздействие 2016 года вы не обязаны оплачивать, потому что ваш офисный мусор является ТКО, и ТКО перешло к операторам по обращению отходам. Соответственно, за это оплачивает либо перевозчик, либо полигон. Могу. Дадите мне контактную почту, я вам пришлю это письмо как раз вот МПР или Евгению. Неправильно, будете потом возвращать. Потому что сейчас... Экономический эффект для Филиппа Морриса. Сделали за одно заседание. Филипп Моррис заработал. Слушайте, а я чувствую себя очень счастливым, потому что, знаете, вот это не зря мы напросились к «Комсомольской правде» на сайт, потому что у нас прям маленькое ТВ-шоу, и на ТВ-шоу должно быть success stories, понимаешь? Вот кто-то либо должен встать и пойти, либо кто-то найти друг друга. Ну, то есть, а сейчас мы там на весь мир сказали, что членство в ассоциации менеджеров для Филипп Моррис уже экономически оправдалось, понимаешь? То есть это класс, да. Сегодня, друзья, я думаю, у нас состоялась сегодня интереснейшая дискуссия, и самое главное, она показала, что тема этого комитета и тема экологическая в целом, она для бизнеса не то, что актуальна, а самое главное, при правильном отношении она может быть еще и очень экономически выгодна и эффективна. И это, наверное, то, почему в ассоциации менеджеров появился такой комитет, потому что мы в целом про то, как управленческими решениями менеджеры могут сокращать расходы и
и наоборот увеличивать прибыль. Мы про это. И вот мы сегодня выяснили, что оказывается и экология, которая до сих пор, я уверен, многими, да, управленцами и многими собственниками воспринимается как убыточная, да, такая история изначально, может быть выгодной бизнесу в прямом и переносном смысле, не говоря уже про карму и про все остальное. Ну и я надеюсь, что наша тема экологическая также будет дальше развиваться очень активно. И мы еще поговорим и про зеленый маркетинг, и про поведение потребителей. Да, вот я вспоминаю, помните, «Москва слезам не верит», да? Можно мне в два слоя бумаги завернуть? Вот, да, с бумагой в стране напряженка. А, поэтому мы должны и этот край также еще раз смотреть. Ну и еще раз благодарю коллег из JAR News за то, что артикулировали необходимость рекомендаций. Да, мы обязательно их будем составлять. Если у вас, уважаемые коллеги, и у вас наши гости и участники будут предложения, пожалуйста, направляйте их Анастасии Савельевой, ответственному секретарю комитета. Мы их обобщим и обязательно вот такие, ну, некие рекомендации сделаем. И по темам тоже, потому что в дальнейшем у нас минимум два заседания. У нас есть, конечно, свой план, но, в принципе, нам кажется, крайне... Да, во-первых, мы готовы его перевыполнить очень серьезно. А во-вторых, мы считаем, что это очень важно, чтобы мы получали обратную связь и по темам тоже. Те темы, которые мы должны поднимать. Потому что, напомню, мы хотели обсудить вообще-то на комитете, как мы будем отмечать год экологии. Посмотрите, чем мы занимаемся и какие у нас здесь прекрасные истории. И мне кажется, что мы должны продолжить эту традицию и отметить год экологии вот прекрасными историями, чтобы каждая компания-участник тоже отбила свое участие здесь. На этой оптимистичной ноте еще раз спасибо N+, спасибо Петровскому путевому дворцу и «Комсомольской правде», которая не побоялась, вывела нас в эфир, и лично Роману Карманову спасибо большое.